Часть пятая. 1977-2000-й года Война, мир и колебания. Глава 17. -я. Бегин у власти. В преддверии выборов в мае 1977 -го года Израильское телевидение переняло британскую практику экзит-пола. Когда избиратели покидали избирательный участок, их выборочно просили сообщить, за кого проголосовали. Посредством статистического анализа результатов социологи смогли получить сведения о результатах выборов вскоре после закрытия избирательных участков. Когда работники телевидения увидели результаты экзит-пола, они с трудом поверили своим глазам. Ликут включающая Гахал и несколько небольших партий, получила 44 места, а Альянс — только 32. Сначала полагали, что результаты экзит-пола ошибочны, но по мере того, как стали поступать реальные результаты, становилось все более очевидным, что произошло невероятное Впервые с образования государства Мапай или Хаафода не стали партией большинства при формировании правительства. В одиннадцать вечера телеведущий Хаим Явин объявил «Дамы и господа, поворот!» отчеканив фразу на иврите, которая стала легендарной в израильской политике и культуре, лидер Ликут Менахем Бегин дождался, пока будут получены все результаты, прежде чем отправиться со своей женой Ализой в штаб-квартиру Ликут, Мецудад Зеев, Жаботинский, где празднование победы уже шло полным ходом. Хаим Явин описал сцену, в которой люди в костюмах и галстуках заменили людей Альянса с их неформальным видом, небрежного стиля одежды, типичного для левых, больше не было, здание содрогнулось от ритмичного скандирования «Бегин! Бегин!». Бегин надел кипу и произнес благословение «Схелиану», произносимое в особых случаях, поблагодарил свою жену, детей и внуков, а затем процитировал вторую инаугурационную речь президента Линкольна — с милосердием ко всем, с непоколебимой верой в добро. Кипа, благословение, семейные отношения, использование церемоний ранее не применялись в израильской политике. Ведущий попал в точку, когда с улыбкой заметил, придется привыкать к новому стилю. Бегин, по-видимому, Единственный лидер в истории демократии, проигравший восемь выборов и выигравший девятое. Когда ЭЦЕль была распущена, он основал партию Херут, боевую оппозицию правлению Мапай и Левых. Переход от боевика-подпольщика, или как его любила называть международная пресса, террориста, к депутату парламента, не принес Бегину того общественного признания, на которое он надеялся. До 1960-х годов его партия получила менее 20 мест в Кнессете, тогда как Мапай получила более 40. Бегину было нелегко преодолеть процентный барьер, а Бен-Гурион делал все возможное, чтобы помешать тому завоевать общественное доверие. Платформа Херут, гласившая «У Иордана два берега, и оба принадлежат нам», согласно девизу Жаботинского, отца-основателя ревизионизма, вызвала у израильтян страх перед идентистской партией, которая приведет страну к войне. На протяжении многих лет происходил медленный, почти незаметный отход от этого максималистского лозунга, ограничивавшего притязание на весь западный берег Иордана, даже это представляло собой стремление, не требующее действий. В то время уже устоялись границы 1949 года, когда в 1965 году была основана Гахаль, как уже отмечалось, союз Херут с либералами, центристская партия среднего класса, Бегин отказался прекратить упоминать территории исторической земли Израиля с двух заглавных букв, доходящей до Иордана, но либералы рассматривали это как брецание оружием, противоречащее их умеренной внешней политике. В качестве компромисса об этом было упомянуто во введении к программе как «Приверженность доктрине целостности Родины» исключительно партии Хэрут, а не общего блока. Медленный отход от приверженности великому Израилю с двух заглавных букв означал признание того, что для подавляющего большинства израильской общественности Великий Израиль с двух заглавных букв был далекой мечтой, а не политической программой. Как отмечалось ранее, цель Бен-Гуриона состояла в том, чтобы помешать человеку, чьи воинственные устремления и методы работы он считал опасными для самого существования Израиля, быть принятым в качестве легитимного игрока на политической сцене, человек, сидящий рядом с доктором Бадером в Кнессете, так Бен-Гурион называл Бегина. Фраза Бен-Гуриона «без Херут и Маки» была направлена на то, чтобы не допустить присоединения радикальных правых и левых партий к коалициям. В течение нескольких лет Министерство обороны отказывалось признать, что ветераны от цели Лехи имели право на пенсии и пособия, равные тем, что получали их коллеги из Наганах. Это неоправданная, но временная дискриминация позже стала источником мифотворчества. Бегин придерживался политического стиля, неприемлемого в Израиле. В речи, которую произнес на демонстрации против соглашения о репарациях Западной Германии в январе 1952 года, он разжег публику выражениями, очерняющими Бен-Гуриона, и угрожал насилием. После выступления, как описано в предыдущих главах, демонстранты прошли к зданию Кнессета и забросали его камнями, по иронии судьбы, в тот момент, когда сам Бегин выступал перед пленумом, Бегин был отстранен Кнессетом от работы на три месяца. После той демонстрации он смягчил риторику и все больше подчеркивал приверженность демократии и верховенству закона. Он агитировал за выборы в Кнес от четвертого созыва 1959 года под лозунгом от оппозиции к правительству, проводя массовые митинги по всей стране. В день накануне выборов он объехал бедные кварталы Тель-Авива на кабриолете в сопровождении мотоциклистов. Эта идея была предложена ответственным за предвыборную кампанию Хэрут, которая заимствовала ее из практики Соединенных Штатов, но в Израиле она была воспринята как неприкрытое праворадикальное позерство в стиле Муссолини. Бегин нашпиговывал свои речи библейскими выражениями, пророческим духом и риторикой высокого стиля, оторванной от реальности. Критики утверждали, что Бекин был напыщенным, однако он вызвал энтузиазм в массах. По всем вопросам внутренней политики он был готов использовать антиправительственную демагогию, во внешней политике он стремился поддержать любые воинственные действия правительства, но не шаги назад или уступки. Его неоднократная неудача в завоевании доверия народа не раз вызывала недовольство в его собственной партии, но каждый раз, когда его лидерство подвергалось сомнению, он сразу же изгонял бунтовщика из партии. Херуд была, так сказать, семейной партией, руководство которой сформировалось, когда цель находилась в подполье. Ветераны тесно общались и безоговорочно принимали руководство Бегина. Большинство членов происходили из Польши, и авторитарный стиль Бегина соответствовал общепринятой практике националистических движений в этой стране в период между двумя мировыми войнами. ВХОЖДЕНИЕ БЕГИНА его партии Херут на орбиту политической системы Израиля произошло накануне шестидневной войны. Поскольку судьба страны, казалось, висела на волоске, Бегин, в запоздалом признании исключительной руководящей силы Бен-Гуриона, великодушно предложил вернуть Бен-Гуриона из Сдебокера после его отставки и включить в правительство Бенгурион не вернулся в правительство, но то, явилось началом процесса примирения между ним и Бегином, польские шляхетские манеры которого очаровали жену старого вождя Паулу, питавшую к нему слабость. На переговорах о создании правительства национального единства накануне войны НРП потребовала места для Гахаль, и впервые Бегин был назначен одним из министров без портфеля. Таким образом, Бегин и Херут вышли из глубокого подполья и сделались приемлемыми политическими партнерами. Когда Голда Мейер сформировала свое правительство в 1969 году, она пригласила Гахали Бегина присоединиться к нему, тем самым подтвердив их легитимность. В то время как более раннее назначение в 1967 году могло быть истолковано как экстренное, данное приглашение было признанием Бегина и его коллег как достойных членов правительства. Шестидневная война превратила платформу Херут из отдаленного идеала в реальность. Западный берег и сектор Газа оказались в руках Израиля. Отныне Бегин усердно работал, чтобы обеспечить государственный контроль на всей исторической земле Израиля с двух заглавных букв. Он был одним из авторов постановления правительства от 19 июня 1967 года, выразившего готовность уступить Синай и Голландские высоты в обмен на мирное соглашение но он не согласился на аналогичную договоренность с Иорданией в отношении западного берега. В 1970 году, когда правительство Израиля сообщило посреднику ООН Гуннару Ярингу, что готово выполнить резолюцию 242 Совета Безопасности ООН, включавшую принцип неприсоединения территорий, оккупированных во время войны, Бегин вынудил Гахаль покинуть правительство, угрожая расколоть партию, если его позиция не будет одобрена. Война судного дня стала знаменательным событием, приведшим к падению власти так называемых «рабочих сионистов». Общественность восприняла медаль как выражение политической некомпетентности партии Хаафода, и это привело к потере доверия самого ценного актива партии в годы ее правления. Люди считали правление этой партии само собой разумеющимся, так как она знала, как направить корабль государства в безопасную гавань. Впервые война вызвала сомнения по поводу этого имиджа, до сих пор не дрогнувшего под атаками оппозиции как слева, так и справа. Правительство Рабина открыло свой срок полномочий под тяжелым бременем подобных сомнений. Его слабость, внутренняя борьба между Пересом и Рабином и случаи коррупции, выявленные в тот период, нанесли правительству еще больший урон. Средства массовой информации, особенно телевидение, которое до войны судного дня проявляло умеренность в критике правительства, теперь взяла на вооружение методы, выработанные американским телевидением во время войны во Вьетнаме и Уотергейта. Телевидение стало центральным инструментом для разоблачения недостатков и слабостей правительства и своей содержательной и даже злобной сатирой способствовало подрыву имиджа Хаафода как партии власти. На выборах 1977 года Левые избиратели отдали в основном предпочтение партии ДАСХ, которая получила 15 мест и стала третьей по силе партии. Результаты голосования свидетельствовали о разочаровании рабочих избирателей, но не выражали существенного изменения в их политическом мировоззрении, безоговорочном непринятии позиции Бегина по «Великому Израилю» с двух заглавных букв. Первый срок Бегина и кэмп Дэвидские соглашения. Бегин привнес во власть авторитарный стиль, неизвестный в Израиле со времен Бенгуриона. После слабости предыдущего правительства такая манера казалась глотком свежего воздуха, вселяла уверенность и возвращала ощущение, что капитан действительно твердо управляет кораблем. Бегин был человеком противоположностей. Им восхищались и презирали. Он был способен на широкие жесты, но также был и мелочным. Юрист по профессии, он неукоснительно уважал суды и верховенство права, но он также был крайне юридически въедлив и способен предаваться бесконечной полемике. Он был человеком чести, хвалился, что всегда держит свои обещания, но на самом деле не стеснялся их нарушать, когда считал это необходимым. Он поклялся, что ни один араб не будет лишен своей земли в связи с поселением евреев на оккупированных территориях, и свое обещание сдержал. В то же время он посетил посиденцев в Элон-Море и заявил, «Таких, как Элон-Море, будет гораздо больше». Всегда осознавая важность символов, Бегин настаивал на том, чтобы официальные публикации не называли «Западный берег» оккупированными или удерживаемыми Израилем территориями. Вместо этого им использовались библейские имена, которые с незапамятных времен подчеркивали связь евреев с этими территориями Иудея и Самария. В сформированную Бегином коалицию вошли НРП, получившая 12 мест, и Агудат и Исраэль. Дасх присоединился позже. Впервые с 1952 года ультраортодоксальная партия вошла в коалицию, в отличие от наследия движения Жаботинского, которое было в сущности светским, Бегин соблюдал иудейскую традицию. Даже когда не чтил заповеди, он придерживался стиля, выражавшего сочувствие и уважение к традициям. Его речи были приправлены выражением «с помощью Всевышнего» и стихами из молитвенника. Голова всегда была покрыта, в случаях, когда это было необходимо и когда не было. Когда ультраортодоксы потребовали, чтобы Эль-Аль не летал в субботу, он мгновенно согласился с этой просьбой, как само собой разумеющейся. Он увеличил ассигнование на Иешивы, что привело к росту числа безработных студентов Иешив до масштабов, ранее неслыханных в истории Израиля. Он также отменил ограничение на количество студентов Иешив, освобожденных от воинской службы, которое Бенгурион установил в 400 человек, а Даян увеличил до 1500, с тех пор их число увеличилось до десятков тысяч. Бегин был осведомлен о Холокосте гораздо лучше, чем любой предыдущий премьер-министр. Как человек, который покинул Польшу с началом Второй мировой войны, и чья семья там погибла, он всеми фибрами души ощущал судьбу еврейского народа под властью нацистов, как премьер-министр, приверженный интересам страны, он отказался от жесткой позиции по отношению к Германии, одной из европейских стран, наиболее дружественных Израилю, но образы, сформировавшие его психику, были связаны с еврейской травмой Второй мировой войны. После выборов, когда он встретился с американскими еврейскими лидерами, в основном либералами, обеспокоенными его националистической воинственностью, он покорил их своим идишкайтом, глубокой связью с еврейским прошлым, идишем, который иногда использовал, и глубокой самоидентификацией с еврейским народом диаспоры. Он говорил не об израильтянах, а о евреях. Подвергаясь критике со стороны международного сообщества по поводу бомбардировки Израилем Бейрута во время Ливанской войны 1982 года, он вспоминал образы Холокоста. Когда средства массовой информации опубликовали изображение раненой палестинской девушки, он положил на свой стол хорошо известную фотографию еврейского ребенка в Варшаве, стоящего с поднятыми руками перед вооруженными немецкими солдатами в сапогах. Он сравнивал Арафата с новым Гитлером, замышлявшим уничтожение еврейского народа. Во время своих решающих встреч с президентом Картером он использовал глубоко пафосные ораторские приемы, вызывая воспоминания о своей потерянной семье, которые заставляли присутствовавших погрузиться в глубокую тишину. Некоторые рассматривали такое поведение как преувеличенную театральность, обесценивание Холокоста, подрывающее его уникальность и моральную силу, но другие считали это необычайным умением убеждать, поставившим противников Бегина на место. Популярный лозунг 1980-х годов ⁇ Весь мир против нас ⁇ стал реакцией на одностороннюю, необузданную критику Израиля со стороны мировых средств массовой информации во время Первой ливанской войны, критику, приправленную подлинным антисемитизмом. Но на это также повлиял стиль руководства Бегина, который сделал Израиль и еврейский народ постоянными объектами несправедливых суждений со стороны народов мира, решительно пытавшихся нанести ущерб Израилю. То был возврат к традиционному еврейскому образу мышления в духе «это данный Всевышним закон». Известно, что Исаф ненавидит Иакова. Приход Бегина к власти ознаменовал собой нечто большее, чем просто смену правительства. Он символизировал выход на сцену новых классов, другой культуры, другого исторического нарратива. Бегин затронул чувствительную точку у всех, кто считал израильское рабочее движение заносчивым, чуждым и инородным, у всех, для кого идентичность рабочего движения не соответствовала их собственной. Иммигранты 1950-х и 1960-х годов, особенно выходцы из Северной Африки, принесли с собой тяжкий груз неблагоприятных условий, ставший еще более обременительным из-за их трудностей с абсорбцией в маоборот и в городах развития, поскольку от них требовалось быстро принять современную светскую западную культуру. Одним из компонентов этого сдвига был распад патриархальной семьи, повлекший за собой снижение статуса и потерю уважения к старейшине. Для этих эмигрантов Бегин, аутсайдер израильской политики, представлялся человеком, которому удалось переломить ситуацию. Он носил костюм, вежливо говорил и требовал от других вежливого поведения общепринятая практика в элитных кругах общин Мизрахи, его авторитарность заменила подорванный авторитет старейшины, его ораторские способности не имели себе равных, а готовность противостоять всему миру импонировала им. Но что еще больше привлекало в его речах, так это яростные атаки на Альянс, источник всех их невзгод. Он обвинял его во всех реальных и воображаемых унижениях, которым те подвергались. Многие евреи-мизрахи с энтузиазмом восприняли демонизацию Альянса Бегином. Он выражал словесно присущее им чувство дискриминации. Его использование религиозных идиом и уважение к религии соответствовали их системе ценностей резко контрастировавшей с дерзким секуляризмом сабров. Приверженность Бегина иудейским традициям и склонность подчеркивать семейные традиции обеспечивали его словам отклик среди евреев Мизрахи, большинство из которых сохранило в своих сердцах привязанность к семейным традициям. Бегин решительно поставил Холокост в центр израильского дискурса, Некоторые выжившие в Холокосте воспользовались этим как возможностью потребовать законного места в национальной истории, признания вклада в создание государства и своего участия в войне за независимость, но и многие другие присоединились к кампании демонизации старого Израиля, у переживших катастрофу нашлось множество претензий. Были утверждения, что во время мировой войны руководство Ишува было недостаточно осведомлено о том, что происходило в Европе, и не попыталось помочь европейским евреям во время нацистской оккупации, что в Израиле выжившие столкнулись с пренебрежительным отношением, нежеланием выслушать их свидетельства и обвинениями в том, что они пошли на бойню как ягнята и что память о Холокосте замалчивалась в первые десятилетия после мировой войны. То была политическая борьба, превратившаяся в так называемую войну памяти. Утверждение, что руководство Ишуа не вступилось и не боролось за европейское еврейство, прозвучали от цель еще в 1940-х годах, в результате борьбы против соглашения о репарациях Херут предстала перед общественностью как партия, которая заботилась о евреях Европы, в отличие от безжалостной Мапай, готовой пожертвовать национальной частью в обмен на немецкие деньги. В то же время на суде над Кастнером адвокат правого толка Шмуэль Тамир представил переживших катастрофу как коллаборационистов, выжившие в Холокосте совершенно не похожи на гордых сабров. По его словам, уважение достойны только бойцы гетто. Суд над Эйхманом трансформировал эти образы и превратил Холокост в центральный элемент израильской идентичности. Теперь Бегин позиционировал Холокост как объединяющий фактор, который сплавил бы старую израильскую идентичность и новую, чьи образы были гораздо больше связаны с мелкобуржуазной культурой диаспоры, превозносимой им, чем с пролетарской культурой сионистов-социалистов. Он стремился построить новую генеалогию, которая больше не опиралась на Петах Тикву и Саджеру Аля Бен а на Варшаву, Бердичев и Касабланку, как источники израильской самоидентификации. Более того, если до того и лехи были исключены из истории создания государства, то теперь память о них была восстановлена. Согласно Бегину, государство не могло бы возникнуть без борьбы от цель против британского правления — он утверждал, что Мапай признала целостность страны из-за своей слабости и отсутствия решимости. Бегин изображал себя истинным патриотом, предотвратившим междуусобную войну во время так называемого «сезона охоты» и расстрела «Альталена», в то время как левые, не колеблясь, выдали героев подполья британцам. Бегин и его соратники проталкивали этот нарратив – Сочетание правды и лжи, гиперболы и самоуверенности через речи перед собранием единомышленников, большинство из которых даже не было в стране, когда происходили эти события, и верили пропаганде настолько, как если бы Моисей передал эти слова народу с вершины горы. До какого предела Бегин доходил, чтобы использовать прошлые битвы? для обеспечения легитимности в настоящем можно увидеть на примере создания комиссии по расследованию убийства в 1933 году Хаима Арлазорова, главы политического отдела еврейского агентства. Ревизионистский нарратив трактовал это обвинение так, что члены Бетар рассматривали данное преступление как, так сказать, кровавый навет. Боевая семья круг близких товарищей Бегина по Эцель, которые сопровождали его на протяжении тридцатилетнего пути во власть, был элитарным клубом, куда не принимали никого, кто не имел схожего происхождения, образования и мировоззрения, сформированного в Эцель. Проблема заключалась в том, что для того, чтобы стать массовой партией, Херут, а затем и Гахаль, должны были открыться для новых иммигрантов. Некоторые из этих иммигрантов были членами Бетар за границей, выросли на мировоззрении, основу которого составлял миф о Великом Израиле с двух заглавных букв, неприятие левых, честь нации и преклонение перед Жаботинским как отцом-основателем, но для большинства иммигрантов из Северной Африки именно встреча с Бегином открыла новые перспективы, лидерство, возможности для продвижения по социальной лестнице и принадлежности к политическому сообществу, а также связи с основополагающим мифом о государстве. Диалог, возникший у Гахаля затем и Ликут с активистами в городах развития и неблагополучных районах, пришелся не по вкусу старой элите Бетар, которая чувствовала себя отвергнутой новичками, а те, в свою очередь, не всегда соответствовали идеалу Хадар, который Жабатинский определил как внешняя красота, гордость, вежливость, преданность. Но с годами большинство старых лидеров уже не могли управлять партией. Исследователи Ури Коэн и Нисим Леон утверждают, что накануне правого поворота мизрахи имели подавляющее большинство в Центральном комитете партии, Членство в этом комитете было наградой для людей, активно работающих в местных отделениях партии. Данное отделение укрепляли верность партии среди молодой динамичной элиты, возникшей из рядов активистов и являвшейся мобилизующей силой, способной привлечь массы избирателей на избирательные участки, то были люди, приведшие Бегина к власти. В отличие от динамизма Ликут, партия Хаафода увидала, разрушалась изнутри, не имела авторитетного руководства, страдала от потери уверенности в себе. Она не пошла в атаку и не использовала скандалы Ликут, такие как дефицит фонда Тель-Хай Фаундейшн, который Бегин отчаянно пытался погасить за год до поворота. Сторонникам Ха Афода театральность и риторика Бегина казались неубедительной демагогией, но никто из членов партии не был способен сражаться с ним и его же оружием. Сдержанный, прозаичный стиль поколения местных уроженцев, которые теперь были частью руководства движения, не мог конкурировать с драматургией Бегина, вызывавшей эмоции у его зрителей, выражавшей их чаяние. Сомнения, которые он высказал по поводу места рабочего движения в истории Шува и государства, ошеломили членов партии. Хаафода 1970-х годов, гордившаяся своими социал-демократическими взглядами, была партией интеллектуальной элиты, представителей свободных профессий и верхнего слоя наемных рабочих. Она не была партией трудящихся масс. Те голосовали за Ликуд. Социализм Хаафода предполагал высокий уровень участия государства в экономике с целью достижения максимального равенства. Эта тенденция пошла на спад после 1967 года, но Израиль оставался одной из наиболее эгалитарных стран мира – Хотя государство предоставило своим гражданам впечатляющую систему социальной защиты, оно не использовало этот аргумент в пропаганде. Идеология партии была сосредоточена на приверженности человека государству и говорила об обязанностях гражданина, но не о его правах. Это способствовало, так сказать, общему благу, но не интересам отдельного человека. Со своей стороны Бегин отстаивал дискурс индивидуализма, основанный на вопросе «что дает мне государство, а не что я даю государству». В речи в Кнессете, представляя свое правительство, Бегин утверждал «на нас возложено много работы, возможно, даже каторжной. Мы, мои коллеги и я, Будем выполнять эту работу самоотверженно, преданно, с чистой совестью, с твердым сердцем и с верой в то, что с помощью Всевышнего мы улучшим судьбу нашего народа. Это заявление противоречило всему духу рабочего движения, которое основывалось на вере в массы, готовые принять вызов, а не вере в лидера, который поведет их за собой. Правое правительство Бегина разочаровала ветеранов Херут. Основные портфели достались людям, которые не были выходцами из рядов партии. Министром обороны был назначен Эзер Вейтсман, создатель израильских ВВС и племянник первого президента Израиля Хаима Вейтсмана, руководивший успешной избирательной кампанией Ликут. Министр финансов Симха Эрлих был мягким, умеренным либералом, Министром сельского хозяйства назначили Ариэля Шарона, чья партия Схлом Цион с ее двумя местами быстро присоединилась к Ликут после победы последней. Говорят, Бегин заявил, что если бы Шарон получил портфель министра обороны, он бы окружил Кнессет танками. Шарон взял на себя задачу расширения сети поселений на оккупированных территориях. Когда партия ДАСХ вошла в состав правительства, и Гаэль Един был назначен заместителем премьер-министра, Бегин изумил израильские политические круги тем, что вызвал Моше Даяна, которого критиковали со времен войны судного дня из политического забвения, и назначил того министром иностранных дел. Это был блестящий ход, призванный придать правительству международную легитимность западные страны оказались ошеломлены результатами выборов в Израиле, Вегина заклеймили как опасного экстремиста. Тайм отметил, что Бегин рифмуется с Фейгин. Откровенно антисемитский выпад, на что мэр Иерусалима Тедди Колек ответил «Тайм слизняки». Вьетнамские беженцы, плывшие на лодке из порта в порт, поскольку ни одна страна не принимала их, нашли безопасное убежище в Израиле по распоряжению Бегина. Он видел в них напоминание о еврейской катастрофе Второй мировой войны и равнодушии мира к трагедии еврейского народа. Эта благотворительная акция нейтрализовала имидж Бегина как террориста в мировой прессе, особенно в Великобритании. В свете нападок на него и опасений, которые он вызывал в мировых СМИ, его умеренность и вежливость стали приятным сюрпризом, но что больше всего сработало в его пользу, так это мирный процесс. Бегин не верил в частичное урегулирование с арабскими государствами и категорически выступал против временных договоренностей, достигнутых рабином, он хотел исторического прорыва, мирного соглашения с самым большим и самым важным арабским государством – Египтом. Намеки на то, что Бегин был готов к компромиссу в вопросе о территориях, можно обнаружить в речи с трибуны, которую он озвучил перед партией в январе 1977 года до своего прихода к власти. Он выразил намерение пойти на компромисс по Синаю и Голландским высотам, в то же время заявляя, что территория к западу от реки Иордан не будет в иностранной власти, но скорее станет автономией для арабских жителей. Назначение Даяна, министром иностранных дел, было сигналом заинтересованности Бегина в переговорах с арабскими странами, прежде всего с Египтом. На своей первой встрече с президентом Картером Бегин сказал, что принимает резолюцию 242 Совета Безопасности ООН, протест против которой в 1970 году привел к его отставке из правительства Голды Мейер. Он инициировал встречу с президентом Румынии Николая Чаушеску и послал Моша Даяна на встречу с королем Хусейном, шахом Ирана, и королем Марокко Хасаном II, под покровительством которого Даян встретился с заместителем премьер-министра Египта Хасаном Тухами, совокупный эффект этих встреч привел к величайшей неожиданности столетия визиту Садата в Иерусалим. В обращении к египетскому парламенту 9 ноября 1977 года, Садат отложил заготовленный текст и добавил две короткие фразы о переговорах с израильтянами. «Я готов пойти на край земли во имя мира, даже в их обитель Кнессет и поговорить с ними. У нас нет времени, чтобы растрачивать его попусту». Его заявление было встречено бурными аплодисментами, показавшими, что аудитория не до конца осознала его революционное значение. Бегин сам понял это только тогда, когда журналист потребовал от него ответа, заявив, что все информационные агентства уже распространили волнующие новости. Как всегда, когда его призывали сыграть роль на сцене, Бегин блеснул и не разочаровал. Я с радостью встречусь с Садатом где угодно, даже в Каире, и если он захочет приехать сюда, мы скажем ему «Добро пожаловать!» Эти слова были истолкованы как официальный ответ и транслировались радиостанцией «Коль и Исраэль». Драма обострилась несколько дней спустя, когда CBS транслировала параллельное интервью с двумя лидерами – представив противников как партнеров в переговорах, которые состоятся через несколько дней. В своем интервью Бегин использовал слова, которые стали лозунгом «Нет войне и нет кровопролитию». Два главных героя в этом спектакле осознавали эффект его символизма, важность жестов и непривычный характер своих действий, и силу их психологического воздействия. Садат верил в необходимость сломить психологический барьер недоверия израильтян к Египту, и его визит в Иерусалим и появление в Кнессете были направлены на устранение этого барьера. Международные СМИ превратили события в драму первостепенной важности, которую наблюдали в каждом доме. Садат и Бегин сделались героями западной культуры знакомыми каждому. Настали дни всеобщего опьянения. Израильтяне не могли поверить своим глазам. Человек, который твердил «не пяди», настаивал на абсолютном отказе от компромиссов, пригласил Садата в Иерусалим, и именно в то время, когда Бегин был премьер-министром, Садат был готов принять приглашение. Популярность Бегина резко возросла. Были голоса, как, например, голос начальника генерального штаба Мордехая Гура, выражавшие опасения по поводу египетского обмана, предвещавшего нападение, подобно нападению 1973 года, но Бегин задавил их и отдался энтузиазму, охватившему израильский народ. 19 ноября 1977 года самолет Садата приземлился в Израиле, Весь народ был прикован своим телевизором, наблюдая невероятную сцену приземления самолета президента Египта в Лоде с красной ковровой дорожкой и почетным караулом, ожидавшим его вместе с министрами правительства, бывшими премьер-министрами, лидерами оппозиции и другими высокопоставленными лицами. На ветру развивались израильские и египетские флаги. Дверь самолета открылась, и египетская делегация начала спускаться по ступеням. Последним появился президент Садат, элегантный, с ровной осанкой. Бегин приветствовал его и проводил по красной ковровой дорожке. Граждане Израиля были в восторге. Если Садат хотел убедить их в своих мирных намерениях, он завоевал их сердца одним эффектным жестом. В эпоху телевидения политика представляла собой драму, разыгрываемую для многомиллионной аудитории, и визит Садата в Иерусалим явился кульминацией этой драмы, когда кто-то заметил, что история закончится получением двух Нобелевских премий мира, Голда Мейер сострила. Не уверена насчет Нобелевской, но они определенно заслуживают Оскара. Как писал израильский журналист Тедди Пройс, мирный процесс начался с кульминации визита Садата, и все, что последовало за этим, было своего рода разочарованием. И действительно, ничто не могло сравниться с воздействием визита Садата в Иерусалим. В тот же вечер, в неофициальном разговоре между Бегином и Садатом в отеле «Кинг Дэвид» в Иерусалиме, Обе стороны обязались сойти с тропы войны и с этого времени вести переговоры для решения проблем. Израиль должен был уйти с Синайского полуострова, который остался бы демилитаризованным. Данный разговор за закрытыми дверями позже вызвал споры. Бегин утверждал, что говорил о передаче суверенитета только над частью Синая, поскольку намеревался сохранить израильские аэродромы и поселения на севере Синая и на подступах к Рафаху, включая город Ямит. Садат утверждал, что он обязал Египет демилитаризовать не весь Синай, а только район к востоку от перевалов Митла и Гидди, все вопросы возникли после того, как восторг по поводу исторической встречи улегся, и обе стороны приступили к обсуждению деталей соглашения. На следующий день, после прибытия Саддата в Иерусалим, уже было ясно, что переговоры будут трудными. Садат выступил в Кнессете жестко, потребовал ухода Израиля со всех территорий, оккупированных в ходе шестидневной войны и справедливого решения палестинской проблемы. Два требования, которые были неприемлемы ни для одной из сионистских партий, Бегин ответил энергичной речью, подтвердив свою готовность работать ради мира с Египтом. Что касается требования восстановить права палестинцев, он говорил о правах евреев и уроках Холокоста, но все же сказал, что израильская сторона полностью открыта для переговоров обе стороны цеплялись за то, чего другая сторона хотела избежать. Садат настаивал на увязке мира с Египтом и мира Сирии и Иордании, а также на признании так называемых прав палестинцев, не уточняя, что за этим скрывается. А Бегин добивался заключения сепаратного мирного соглашения с Египтом, придерживаясь принципа «Великого Израиля» с двух заглавных букв и избегая передачи суверенитета территорий к западу от реки Иордан. Если при первом воодушевлении казалось, что соглашение может быть достигнуто быстро, эта иллюзия рассеялась как дым по мере продолжения обсуждения – Усилилось давление на Садата из Египта и из-за границы. Арабские государства нападали как на него, так и на его миротворческую политику. В Египте слышались возмущенные голоса оппозиции Союза молодых левых интеллектуалов и фундаменталистской организации ⁇ Братья-мусульмане ⁇ Внимание! Эта организация признана террористической организацией на территории Российской Федерации. И Саддат не чувствовал себя вправе отказаться от своих принципов. Бегин со своей стороны был пойман в ловушку своей неизменной верностью идеологии Великого Израиля с двух заглавных букв. Переговоры стали затяжными и изнурительными, подорвав веру обеих сторон в мирный процесс. Со временем то, что начиналось с ощущением, что здесь история вершит свой путь, закончилось тем, что стороны погрязли в статьях и подпунктах без каких-либо признаков прорыва. С самого начала переговоров Бегин попытался обойти препятствие, связанное с требованием Египта, создать палестинское государство в Иудее, Самарии и секторе Газа, что для него было совершенно неприемлемо. Формулировка, которую он предложил, включала предоставление автономии арабским жителям оккупированных территорий, которые Израиль не аннексировал. Не будет иностранного правления к западу от Иордана, но и Израиль не будет претендовать на то, что Бегин считал историческим правом суверенитет над Великим Израилем с двух заглавных букв. С точки зрения Бегина он шел на огромную уступку. Идея автономии соответствовала его политическим взглядам, основанным на историческом опыте евреев, как национального меньшинства в Восточной Европе, где они стремились к автономии, но не к суверенитету. Бегин предложил Картеру, а затем и Садату, что Израиль упразднит военную администрацию на оккупированных территориях, и предоставит автономию их жителям, они смогут распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению, но Израиль сохранит за собой право покупать там землю и селиться на ней, а также будет обеспечивать безопасность. Эта формулировка возникла и вновь побыла в различных вариантах за столом переговоров. Президент Картер который был партнером в переговорах и стал их более активным участником, когда выяснилось, что процесс застопорился и нуждается в помощи США для его распутывания и продвижения, поддержал право палестинцев на самоопределение и заверил Садата в достижении этой цели. Бегин был убежден в том, что Картер не позволит ООП закрепиться на оккупированных территориях, и не связывал себя ничем, что могло быть истолковано, как согласие на создание палестинского государства, особенно в отношении возвращения беженцев 1948 года на эти территории. Основной причиной спора были еврейские поселения на оккупированных территориях. Бегин отказался взять на себя обязательство прекратить строительство новых поселений, но Садат отказывался дальше вести переговоры, пока по этому вопросу не будет достигнуто соглашение. В Израиле возникло мощное протестное движение в отношении политики Бегина, которое заявляло, что страна упускает возможность мира с Египтом из-за идеи Великого Израиля с двух заглавных букв. Движение зародилось в марте 1978 года, когда переговоры зашли в тупик, все началось с письма премьер-министру, подписанного 348 офицерами запаса, многие из которых были ветеранами боевых действий. Они выразили серьезную озабоченность по поводу тупиковых переговоров, которые могут привести к новой войне, где им снова придется проливать кровь. Письмо было опубликовано и вызвало широкий общественный резонанс. В течение нескольких дней возникло добровольное движение молодежи, к которому присоединились десятки тысяч человек, отрицая какие-либо политические пристрастия. Движение имело одно требование — мир сейчас. Его лозунг «Лучше мир, чем великая Эрец Исраэль» был наклеен на бамперах тысяч автомобилей по всему Израилю. Эти демонстрации собирали десятки тысяч человек. Визит Садата оказал огромное воздействие на израильское общественное мнение, что выразилось в появлении этого движения. По мере приближения октября 1978 года, даты возобновления мандата чрезвычайных вооруженных сил ООН на Синае, спустя год после визита Садата в Иерусалим, в Иерусалиме и Вашингтоне возникли серьезные опасения, что Садат может выйти из мирных переговоров и предпринять впечатляющую военную операцию, как он уже делал в 1973 году. Президент Картер перешел к решительным действиям. Он пригласил обе стороны в Кэмп-Дэвид на конференцию, полностью изолированную от средств массовой информации, в надежде, что интенсивное взаимодействие приведет к соглашению. Это оказался решающий, самый трудный и наименее приятный этап в мирных переговорах между Египтом и Израилем, написал Моше Даян. Всем трем сторонам пришлось разрешить мучительные психологические и идеологические кризисы, чтобы достичь договоренности. Саммит в Кэмп-Дэвиде длился 13 дней с 5 по 17 сентября. До последнего момента не было уверенности в том, что он закончится соглашением. Каждый день приносил с собой новый кризис. Каждый день возникало ощущение, что обе стороны зашли в тупик, и лучше разойтись. И каждый день то одна сторона, то другая просила немного больше снисхождения, немного больше терпения, чтобы прийти к положительному заключению. Обе стороны опасались, что их обвинят в провале переговоров, и обе искали американской поддержки своей позиции. Это оставляло президенту Картеру и его помощникам возможности для маневра, позволяя оказывать давление на обе стороны, чтобы в итоге принять исторически значимые решения, но помимо тактики и стратегии, решающим фактором стало основное желание Бегина и Садата привести своим народам мир. Это желание позволило им преодолеть преграды недоверия, внутреннее и внешнее давление изменить собственные укоренившиеся позиции, как бы ни было это сложно, и пойти на риск. В Кэмп-Дэвиде были подписаны два рамочных соглашения, которые должны были лечь в основу мирного договора. Детали предполагалось согласовать в течение трех месяцев. Бегин согласился приостановить строительство новых поселений в течение трехмесячного периода. Это обязательство было позже истолковано Картером как безоговорочное, которое Бегин якобы нарушил. Но, похоже, египтяне понимали, что соглашение должно быть ограниченным. Одно рамочное соглашение касалось принципов мирного договора между Израилем и Египтом. С тяжелым сердцем и серьезными опасениями, Бегин согласился отказаться от поселений на Синае и на подходах к Рафаху, а также от аэродромов. В качестве компромисса с самим собой Бегин заявил, что Кнессет должен ратифицировать эти уступки. Американцы облегчили это время, согласившись на строительство двух альтернативных аэродромов в Нагеве, которое должно быть завершено до вывода войск американская станция раннего предупреждения на синае будет демонтирована но чрезвычайные вооруженные силы оон останутся там и будут выведены только согласие обеих сторон и единодушного одобрения совета безопасности синай будет демилитаризован лишь частично к востоку от проходов но стороны будут разделены широкой буферной зоной египтяне согласились начать нормализацию отношений, что, как они изначально заявили, произойдет только после ухода Израиля со всего Синая и когда будет завершен первый этап вывода. Девять месяцев после подписания договора стороны обменяются послами. Суэцкий канал откроют для израильского судоходства, и Египет установит торговые отношения с Израилем – включая продажу нефти. Второе рамочное соглашение касалось Западного берега и сектора Газа. Египет признал требования Израиля безопасности в обоих регионах. Израиль согласился на условиях, которых никогда раньше не принимал. Он обязался предоставить палестинцам полную автономию на оккупированных территориях, сократив при этом израильскую военную администрацию. Автономия должна была продлиться пять лет, после чего начнутся переговоры о будущем территорий. Израиль сохранил за собой право вето по вопросам безопасности и не отказался от права требовать суверенитет над этим районом, но также было заявлено, что любое решение проблемы территорий должно признавать законные права палестинского народа и его законные требования, и что как жители территорий, так и нерезиденты-палестинцы будут принимать участие в любых переговорах о будущем региона. Кемптевицкие соглашения не были встречены с таким энтузиазмом, как визит Саддата, и в Израиле и в Египте, противники договора подчеркивали уступки, на которые пошли лидеры, а не их достижения. В Израиле решение отойти к международной границе и демонтировать поселения и аэродромы было воспринято с недоверием. Отказ от поселений противоречил обещаниям Бегина накануне саммита и противоречил мифу Тель-Хай, согласно которому не отказываются от того, что было построено. На самом деле поселения оказались заброшены по разным причинам. Были и другие населенные пункты, от которых Израиль был вынужден отказаться во время войны за независимость, но добровольная сдача поселений, построенных по решению правительства, была беспрецедентной. Хотя Бегин не собирался уходить с западного берега и из сектора Газа, было ясно, что уход из поселений на Синае, из подступов к Рафаху, был предзнаменованием того, что должно было произойти. Поселения не неприкосновенны, и поскольку они могут быть созданы, их можно и снести, угроза поселенцам стала очевидна, и они, не теряя времени, отреагировали на нее яростным сопротивлением. Более того, все двенадцать лет после войны 1967 года израильтяне слышали о стратегической важности, которую Синай придавал стране, а теперь Израиль уступал ее одним махом. И близкие друзья, и товарищи по движению тут же со всей яростью обрушились на Бегина. Достижение мирного договора. И нормализация отношений с самым важным арабским государством были омрачены забоем израильских священных коров, выращиваемых в течение многих лет. Садату тоже пришлось нелегко. Его обещание о полном уходе Израиля с Синая не успокоило противников мира в Египте и не привело к смягчению нападок на Садата со стороны других арабских государств, в том числе прозападных. Дебаты в Кнессете по кэмп соглашениям проходили бурно. Только Бегин с его авторитетом и положением в партии мог заставить большинство членов Ликут ратифицировать соглашение. «Нация страдает от родовых схваток». «Правда, каждое великое предприятие рождается в муках», — ответил Бегин на нападки правых. Это величайший поворотный момент на Ближнем Востоке, наступивший благодаря возможности подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом. Мучения меня не удивляют. У меня нет претензий к демонстрациям. Даже НРП, большинство членов которой проголосовало за соглашение, сделало это потому, что считало, если Бегин решил отступить, это произошло потому, что у него, вероятно, не было альтернативы. Хаофода и Дасх поддержали договоренности, хотя и с оговорками по тем или иным пунктам. Шансы на мир перевешивали многочисленные уступки. До конца главы было еще далеко. Теперь рамочные соглашения должны были быть оформлены в окончательный мирный договор, и проблемы, оставшиеся открытыми из-за расплывчатой формулировки Кэмп-Дэвидских соглашений, вышли на поверхность. Израиль настаивал на том, чтобы нормализация отношений началась в оговоренное время, независимо от того, когда будут завершены переговоры об автономии с палестинцами. Египет требовал обратного. Возник еще один отголосок основной дискуссии — было ли мирное соглашение между Израилем и Египтом связано с соглашением об автономии, или между ними не было никакой связи? Израиль требовал отказаться от этого, Египет настаивал на сохранении. У Египта были договоры о взаимной обороне с арабскими государствами в рамках Лиги арабских государств – Израиль потребовал, чтобы мирное соглашение с ним было приоритетным над обязательствами Египта перед Лигой арабских государств. Израиль был обеспокоен тем, что в случае военного ответа на сирийскую или иорданскую провокацию Египет будет обязан прийти им на помощь, и мирное соглашение рухнет. Египет опасался, что обязательство дать приоритет соглашению с Израилем – будет рассматриваться как предательство арабского дела. Помимо этих основных вопросов были и практические проблемы, такие как поставка нефти в Израиль после отказа от нефтяных месторождений Синая, переговоры при посредничестве США, состоявшиеся в Блэрхаус в Вашингтоне, зашли в тупик. Дальнейший раунд переговоров также окончился неудачей, только когда президент Картер полетел на Ближний Восток и опустил на чашу весов весь свой политический вес и престиж, ему удалось облегчить продвижение переговоров, после того как обе стороны почти отчаялись преодолеть препятствие, созданное последними деталями. 20 марта 1979 года договор был внесен в Кнесса для ратификации и вызвал одну из самых затяжных дискуссий в истории парламента, но в итоге решающим большинством документ был ратифицирован. В своей речи с трибуны Даян сказал, «Мирный договор между Египтом и Израилем — это не какая-то там пастораль». Но это реалистичный мирный договор, составленный в контексте нынешней ситуации и призванный установить взаимоотношения между двумя соседними странами. С арабской точки зрения, договор был признанием существования Израиля 26 марта 1979 года спустя полтора года после визита Саддата в Иерусалим Мирный договор был подписан на лужайке возле Белого дома. В договоре оговаривались сроки поэтапного вывода войск Синая, при этом Израиль оставался в восточной части полуострова и не покидал поселения и аэродромы до окончания двухлетнего переходного периода. В этот период должны были быть проведены переговоры об автономии для палестинцев. Нормализация отношений началась сразу после первого этапа вывода войск, был произведен обмен послами. В течение последующих двух лет подписание договора натолкнулось на ряд сложных испытаний. Убийство Садата, участие Израиля в войне в Ливане и крах переговоров об автономии, но он остался в силе и действует по сей день. Большинство египетской элиты, включая интеллектуалов, представителей СМИ и религиозных лидеров, никогда не примирились с Израилем. Мир между двумя правительствами не распространился на население, культурный обмен и дружеские отношения не состоялись. Однако с тех пор Ближний Восток видится другим, и мир между Израилем и Египтом лежит в основе его стабильности. Мирный договор с Египтом был зенитом эпохи Бегина. Он стал знаменит как внутри страны, так и во всем мире. Вместе с Садатом Бегин был удостоен Нобелевской премии мира, но он подвергся нападкам в своем политическом блоке за сдачу поселений и признание законных прав и справедливых требований палестинцев. Ему было трудно противостоять поселенцам, поскольку в его глазах они были чистым идеалистическим элементом для правых. Он отвергал критику слева, тогда как критика справа причиняла ему боль. Его сердце было с великим Израилем, с двух заглавных букв и поселениями. Министр сельского хозяйства Ариэль Шарон предпринял агрессивную политику создания поселений, которая включала их строительство в центре населенных арабами районов, чтобы предотвратить возможность того, что однажды будет образовано палестинское государство. Напротив, министр обороны Вейтсман хотел, чтобы поселения строились сплошными и большими блоками без экспроприации земли. Даян утверждал, что хотя евреям разрешено селиться где угодно, на земле Израиля с двух заглавных букв, не следует строить поселения в небезопасных районах. Правительство приняло предложение Шарона о создании поселений везде, где это возможно, и Бегин был склонен поддержать его, даже когда его планы отклонялись от одобрения правительством. Ему было не по душе противодействие «едино» Даяна и Вейцмана, которые представляли более умеренные позиции в правительстве, Бегин назначил министра внутренних дел Йосафа Бурга ответственным за переговоры по вопросам автономии, тем самым дав понять, что статус Западного берега внутреннее дело Израиля. Это также стало сигналом для Даяна, что его работа в правительстве окончена. Он ушел в отставку через полгода. Бегин заменил его на посту министра иностранных дел бывшим лидером Лехи Ицхахом Шамиром. Экстремистские позиции Шамира проявились в его голосовании по мирному договору. Он воздержался. Его назначение знаменовало конец умеренности и компромисса, и переговоры об автономии мирно скончались. Между тем, в мае 1980 года, Вейцман в гневе подал в отставку, заявив, что сокращение оборонного бюджета ставит Израиль под угрозу и что действия Бегина имеют серьезные недостатки. В дополнение к должности премьер-министра Бегин в течение 14 месяцев был министром обороны. В политическом плане, Первые два года правления Бегина были отмечены мирным процессом, благодаря которому он приобрел престиж и популярность, но экономическая ситуация явилась его ахиллесовой пятой. В октябре 1977 года министр финансов Симха Эрлих представил новый экономический план, направленный на радикальную либерализацию израильской экономики – и превращение ее из плановой в рыночную. С точки зрения либералов, все недуги израильской экономики возникали из-за чрезмерного вмешательства государства. Рынку и частному предпринимательству должна быть предоставлена свобода действий, что в конечном итоге приведет к экономическому росту. Были отменены субсидии на основные товары – а также ограничение на иностранную валюту. И впервые гражданам Израиля было разрешено хранить иностранную валюту и торговать ею. Был установлен свободный обменный курс лиры, который мог сам по себе регулироваться в зависимости от спроса и предложения. Впервые люди, которые могли себе это позволить, получили возможность по своему желанию выезжать за границу без уплаты налога на поездку и без каких-либо ограничений в сумме американских долларов, которую могли законно вывести из страны. Либерализация импорта товаров должна была привести к снижению цен, но надежда на соответствующее увеличение государственных доходов оказалась преждевременной. Растущий спрос на потребительские товары привел к росту цен. Отмена субсидий вызвала рост цен на основные товары, из-за чего пострадали более бедные слои населения, база поддержки ликуд. Обменный курс доллара резко вырос, что привело к росту цен на импортные товары. Привязка заработной платы к индексу стоимости жизни, что должно было компенсировать рост цен для наемных работников, была оставлена на том же уровне после либерализации. Это привело к росту инфляции, которую Министерству финансов было трудно контролировать. Между 1977 и 1980 годами уровень инфляции вырос с 42,8% до 132,9%. Минфин не предпринял шагов, необходимых для перехода к свободному рынку. Государственные расходы были сокращены недостаточно. Приватизацию государственных компаний, направленную на развитие частного предпринимательства, провели в небольших масштабах, так как боялись причинить ущерб наиболее бедным слоям населения. Бегин плохо разбирался в экономике и был склонен сочувственно относиться к жалобам своих министров на попытки Минфина сократить их бюджеты. За два года, последовавшие за введением новой экономической политики, его неспособность поддержать политику Министерства финансов привела к увеличению дефицита платежного баланса Израиля с 900 миллионов до 3,4 миллиарда долларов. Экономика оказалась на грани катастрофы. Эрлих ушел в отставку первый из нескольких министров финансов, которые сменятся в правительстве Бегина, и Галь Горовиц, ушедший из правительства потому, что выступал против мирного договора, теперь вернулся в качестве нового министра финансов. Он придерживался политики строгого расходования средств и не стеснялся сокращать расходы, могущие затронуть низшие классы но здесь он столкнулся с противодействием премьер-министра, отказавшегося отменить субсидии и упорно настаивавшего на повышении фиксированной заработной платы. Одним из мероприятий Горовица была замена лиры, само название которой напоминало о мандатном прошлом Израиля на шекель, древнюю еврейскую монету, упоминаемую в Библии. Курс был установлен в размере 10 лир за один так называемый старый шекель. На втором этапе курс равнялся одной тысячи старых шекелей за один так называемый новый шекель, так что один новый шекель равнялся 10 тысячам лир. Горовец надеялся, что сделав деньги более дефицитными, он остановит инфляцию, но этого не произошло. Горовец с недовольством покинул правительство. «Мир уже рассматривает Израиль как экономический труп», — утверждал Даян. В январе 1981 года Бегин назначил своего третьего министра финансов, Йорама Аридора, который считал, что его роль заключается в облегчении участи нашего народа. Затягивая пояса и сокращая государственные расходы, он думал, что сможет справиться с инфляцией, ослабив поводье. Отмена таможенных пошлин и налогов на потребительские товары снизит цены и расширит торговлю, что, в свою очередь, как он надеялся, приведет к увеличению государственных доходов. Последовал беспрецедентный потребительский праздник, Семьи среднего и низшего класса бросились покупать цветные телевизоры, видеомагнитофоны и автомобили. Инфляция галопировала, а новая израильская валюта продолжала терять ценность. Но общественные настроения изменились диаметрально от мрачной бережливости к повышению потребительского спроса, что также увеличило налоговое поступление государства. До того, как Аридор ввел в действие свою экономическую политику, казалось, что Ликут проиграет выборы, назначенные на лето 1981 года, но теперь у Бегина появился новый шанс остаться у власти. На протяжении 1980-х годов и в начале 1981 года Бегин, казалось, утратил энергию, необходимую для работы в качестве премьер-министра, он перенес легкий инсульт и приступы депрессии. Но никто не осмелился публично говорить о состоянии его здоровья. В апреле 1981 года после успеха Аридора состоялись выборы в Хистадрут. К всеобщему удивлению Ликут превратилась в силу, с которой все еще нужно было считаться. Она получила 25 процентов голосов, поданных в бастионе левых, Бегин в мгновение ока оправился и начал энергичную кампанию. Хотя общественные собрания теперь считались устаревшими, Бегин вернулся на городские площади и в массы и черпал поддержку и энергию в проявлениях энтузиазма, с которым его приветствовали по всей стране. Бегин без колебаний выпустил из бутылки джина межобщинной вражды и использовал его, не задумываясь, как средство политического подстрекательства. Уровень подстрекательства против Альянса и его демонизации в этой кампании со словесным насилием, которое иногда перерастало в физическое против представителей Альянса, был беспрецедентным. Из-за враждебного поведения сторонников Ликут активистам Альянса было трудно проводить предвыборные собрания в городах развития и на окраинах городов. Кульминацией стал массовый митинг, состоявшийся накануне выборов на площади царей Израиля, ныне площадь Рабина, в Тель-Авиве, описав одно движение как «красное», которое приведет Советский Союз в Израиль, а террористов в Иудею и Самарию, а другое, как бело-голубое, защитника Родины, Бегин ухватился за глупое замечание, сделанное на предвыборном митинге сторонников партии, прошедшем в том же месте накануне вечером. Выступавший назвал сторонников движения Ликут словом «схат-схат-схахим» хахим уничижительный эпитет для марокканцев — Слетевшие с уст Бегина слова выступавшего стали символом уничижительного отношения левых к евреям Мизрахи, и он призвал своих последователей привести на участки своих друзей и в массовом порядке проголосовать за Ликут, чтобы стереть это оскорбление в адрес целой части израильского населения. Его слова были встречены бурными аплодисментами в поддержку Ликуд и ненавистью к левым. За несколько дней до выборов, в июне 1981 года, израильские ВВС уничтожили иракский ядерный реактор Осирак. Решение разбомбить реактор, в то время оказавшийся рискованным и, возможно, даже ненужным, было смелым со стороны Бегина, и оглядываясь назад, мало кто сомневался, что оно хорошо послужило всему миру во время смены правительства в 1977 году Рабин проинформировал Бегина о сообщениях разведки, свидетельствующих о том, что иракцы строят ядерный реактор с помощью Франции, попытки остановить строительство реактора дипломатическим путем и диверсиями не увенчались успехом. Тем временем разразилась ирано-иракская война. Иранцы попытались разбомбить реактор, причинив лишь незначительный ущерб. Бегин считал ядерное оружие в руках вражеского государства, экзистенциальной угрозой Израилю, который был чрезвычайно уязвимым из-за своей небольшой территории. В конфиденциальном письме Бегину лидер оппозиции Шимон Перес, будучи наслышан о плане бомбардировки реактора, предостерег от нее. Он рассматривал это как угрозу отношениям Израиля с Соединенными Штатами и Египтом. Бегин знал о рисках атаки на реактор, но утверждал, что прогнозируемый риск для Израиля, если он не нападет, намного выше. Он боялся, что если Альянс выиграет выборы, реактор останется стоять. Решение атаковать было непростым. И в оборонном ведомстве Израиля существовали разные мнения, также не было никаких гарантий, что операция удастся. В итоге операция прошла успешно, без потерь. В ответ США задержали поставку военных самолетов в Израиль, но в остальном отношения между странами не пострадали. Садат, которого израильский посол проинформировал об операции, и причинах ее проведения Бегином отнесся к этому снисходительно. Успех способствует успеху, тем более что тиранический режим Саддама Хусейна не очень приветствовался на Ближнем Востоке. Перес обвинил Бегина в использовании атаки на иракский реактор в качестве формы предвыборной агитации. В ответ Бегин обнародовал конфиденциальное письмо Переса и изобличил его. Бегин разрушил реактор не для того, чтобы получить бонусы на выборах, но впоследствии использовал успех операции как дополнительное оружие в предвыборном арсенале. Начало второго срока. Ливанская война и преобразование израильского общества. Приближались выборы, состоявшиеся в конце июня. 1981 года Ликуд сохранила преимущество в одно место – 48-47, что позволило Бегину представить правительство, поддерживаемое 61 депутатом Кнессета из 120. Эта незначительная победа явилась доказательством того, что поворот в 1977 году не был случайным событием, а отражал глубокие политические и социальные перемены. Арье Наор, секретарь первого правительства Бегина, проанализировал результаты следующим образом. Новый мир символов Израиля, основанный на наследии религии и веры, Уходит корнями в новое поколение государства. Светское мировоззрение и идеи территориального компромисса альянса, чужды этому поколению, большая часть которого выросла в реальности великого Израиля с двух заглавных букв. Первый срок полномочий Бегина завершился на позитивной ноте мирный договор с Египтом, снабдил Бегина мантией человека мира, решительного лидера, способного принимать трудное решение. Бомбардировка иракского реактора стала еще одним доказательством его лидерских способностей и решимости. Для его сторонников расширение строительства поселений стало дополнительным успехом. Другим в списке достижений его правительства был проект восстановления городских окраин. Перед выборами 1977 года Бегин пообещал, что в случае избрания примет меры по реконструкции обездоленных районов Израиля. Данный проект финансировался не из государственного бюджета, а за счет пожертвований еврейской диаспоры. Призыв Бегина к еврейским общинам всего мира помочь победить бедность в Израиле был воспринят тепло. Вместо того, чтобы передать проект и его средства обычным группам, таким как еврейское агентство, был установлен прямой контакт между жертвователями и бедным кварталом или городом развития которые получат средства. Вовлечение евреев диаспоры в проект помогло укрепить связи между основными благотворителями и израильскими правыми, но помимо того, это предприятие имело важное значение для возобновления солидарности между общинами диаспоры и Израилем, и сближение благотворителей Ашкеназии с Мизрахией, жителями окраин. Проект восстановления жилых кварталов был направлен на повышение качества жилья и сокращение уровня перенаселенности. Также были предприняты попытки улучшить эстетический вид районов, построить детские площадки и разбить парки. Во многих случаях улучшение окружающей среды привело к повышению осведомленности жителей, усилив их интерес и участие в заботе о своем районе, со всех точек зрения, достойное предприятие. К негативным итогам первого срока Бегина можно отнести ухудшение экономической ситуации, героическая попытка, перейти от управляемой государством экономики к либеральной одним прыжком, без страховки и необходимых сопутствующих мер, вывела израильскую экономику на край пропасти и подорвала стабильность страны. Выборы 1981 года и состав нового правительства отражают переход от правительства правого толка, лидер которого стремился запомниться в истории как человек, принесший мир в Израиль, к ультраправому правительству, чей лидер принялся реализовывать прежние политические взгляды, которых придерживался до прихода к власти. В первое правительство входили Даян, Вейцман и Ядин, которые между собой и в купе с Бегином составляли систему сдержек и противовесов. Во втором правительстве Бегина, здоровье которого ухудшалось, не хватало этих сдерживающих сил. Ариэль Шарон, человек которого Бегин ранее не хотел ставить во главе силовых структур, был назначен министром обороны Аисхак Шамир, убежденный правый, стал министром иностранных дел. Начальником генерального штаба был Рафаэль Рафул Эйтан, признававший власть Шарона. Получилось безликое правительство без крупных фигур, которые могли бы дать отпор влиянию Шарона. В правительстве не было и других военных, которые могли бы служить противовесом. Министр связи Мордыхай Ципорий, военный в предыдущем правительстве, служивший заместителем министра обороны, пытался обуздать Шарона, но в глазах Бегина не имел равного статуса со знаменитым генералом. Внешнеполитическая ситуация тоже изменилась. Садат был убит 6 октября 1981 года. И в США президент Рейган сменил президента Картера. Если первый срок Бегина был увенчен миром, то второй срок ознаменовался войной. После гражданской войны в Ливане ООП и ее бойцы перебрались на юг Ливана. Израиль отвечал на террористические действия против израильтян, атаковав ООП, которая, в свою очередь, обстреливала северные приграничные населенные пункты ракетными залпами «Катюш». Наземные операции «Цахала» против террористов на короткое время успокоили этот район. В середине 1970-х годов на юге Ливана Израиль создавал христианское ополчение, армию Южного Ливана — «Цадал» помогавшую сдерживать ООП. В Ливане ухудшились отношения между сирийцами и христианами, особенно фалангистами во главе с семьей Жмаэль. Христиане искали помощи Израиля против палестинцев в Ливане, которые вместе с радикальными просирийскими левыми склонили чашу весов в этнорелигиозных конфликтах Ливана не в пользу христиан. Будучи премьер-министром, Рабин решительно отказывался от участия в боевых действиях для помощи христианам. Такой же позицией руководствовался Вейцман, когда был министром обороны. Но когда Бегин стал министром обороны, он решил помочь христианам не только косвенно, поставляя военное снаряжение, но и прямыми военными действиями. Бегин рассуждал, что Израиль не может допустить, чтобы меньшинство было уничтожено агрессивным большинством, но христиане не были беспомощным меньшинством и уж точно не образцом добродетелей. Якобы моральное обоснование первоначального военного участия Израиля в Ливанской гражданской войне было направлено на то, чтобы повлиять на президента Рейгана, но Рейгана это не впечатлило. Союзником Бегина и Шарона в американской администрации был госсекретарь Александр Хейг. У министра обороны Каспара Уайнбергера были серьезные опасения по поводу брецания оружием израильтянами. Бегин и Шарон — которые хотели обеспечить контроль Израиля над Иудеей и Самарией, полагали, что ослабление ООП в Ливане и, возможно, даже выдворение ее штаб-квартиры из страны, вероятно, также ослабит палестинцев и вынудит их принять форму автономии, которая будет гарантировать присутствие Израиля на западном берегу и в секторе Газа, на протяжении поколений. Тем временем израильские силы безопасности укрепили свои связи с христианами, которые стремились втянуть Израиль в войну в Ливане, заставив израильтян поверить в то, что они сами будут непосредственно участвовать в боевых действиях. Среди израильских силовиков мнения относительно надежности христиан разделились. Действительно ли они сыграют свою роль во вторжении Израиля и вытеснят палестинцев из Бейрута? Христианское руководство, включая Башира Жмаеля, который, в отличие от своего просирийского брата Амина, считался произраильским, не скрывал своих оговорок по поводу открытого союза с Израилем даже когда израильская военная помощь хлынула, в удерживаемые христианами порты на севере Ливана, их лидеры отказались публично поддерживать партнерство с Израилем. Более того, они не хотели сражаться на стороне Израиля. Они считали себя частью арабского мира и, как и ливанские христиане с незапамятных времен, маневрировали между враждующими лагерями. При этом их основная задача заключалась в том, чтобы оставаться самими собой. Были сформулированы два плана военных действий. Большие сосны, предусматривавшие возможность оккупации значительной части Ливана, выхода на дорогу Бейрут-Дамаск и объединения с христианскими силами, и так называемые малые сосны включавшее в себя занятие буферной зоны глубиной 40 километров на юге Ливана с расчетом на дальность действия ракет, развернутых ООП в то время. После массированных бомбардировок населенных пунктов Галилеи, особенно Кирьят-Шмоны, летом 1981 года, в результате чего большое количество жителей покинули город, при посредничестве Америки было достигнуто соглашение об обеспечении тишины на северной границе. Затем Бегин и Шарон начали искать предлог для вторжения на территорию Ливана, которое могло бы изменить баланс сил. Попытка получить одобрение правительства на операцию Большие сосны провалилась. Бегин хранил молчание, в то время как Шарон не смог привлечь подавляющее большинство для объявления тотальной войны, Шарон понял, что для того, чтобы получить одобрение, ему нужно будет представить план меньшего масштаба. Но он таил намерение расширить этот план в ходе боевых действий. Высшее командование Цахала было заранее предупреждено о том, что план может быть расширен, Ему было приказано подготовить силы к так называемому развертыванию поэтапной операции. Затем покушение на израильского посла в Лондоне со стороны члена ООП Абу Нидаля дало Бегину и Шарону повод для вторжения. Глава Шабака тщетно пытался объяснить Кабинету министров, что абу принадлежит к отколовшемуся крылу ООП и не представляет ее политику. Премьер-министр прервал его, настаивая на том, что этот террористический произвол оправдывает войну против ООП. Этой войны Бегин желал уже давно. Альтернативой этой операции служит Треблинка и мы решили, что больше не будет треблинки, резко заявил он 5 июня 1982 года. В речи, произнесенной в августе 1982 года в Колледже национальной безопасности, он высказался за войну, так сказать, по выбору. По оценке Бегина, все войны Израиля, за исключением войны 1948 года, Войны на истощение и войны 1973 года были войнами по выбору. По его словам, любой превентивный или упреждающий удар, или даже война из-за захода за красной линией, была войной по выбору. Исходя из этого, он поместил войну в Ливане в одну категорию не только с Синайской компанией, хотя Бенгурион предпринял ее из опасения усиления Египта, а затем отступил от войны, как только столкнулся с реакцией двух сверхдержав, но также и с шестидневной войной, которую все израильтяне рассматривали как войну, начатую Египтом. В этом расширенном определении термина «война по выбору» Бегин искал законный повод для начала войны в Ливане. Он оправдывал войну по выбору, говоря, что тем самым предотвращается война без выбора в дальнейшем. Не существует морального диктата, согласно которому нация должна или имеет право сражаться только тогда, когда она стоит спиной к морю или находится на краю пропасти. Эта концепция противоречила самим основам этоса израильского общества оборонительный дух, сформировавший мировоззрение поколений борцов в Ишуве и в государстве. Для них война всегда должна быть войной по необходимости, когда нация стоит на грани. В конце концов, ни израильское общество, ни Цахал не приняли новую концепцию Бегина. Вопрос о том, в какой степени Бегин придерживался концепции Шарона о поэтапной войне вызвал раскол между поклонниками и критиками Бегина. Несомненно, Бегин одобрял действия Шарона иногда до, а в других случаях уже после. Когда армия обороны Израиля вторглась в Ливан, Бегин был убежден, что операция продлится всего пару дней и повлечет незначительные жертвы. Он не был знаком ни с картами, ни с военной наукой. К примеру, наряду с другими членами его правительства без военного опыта, он полагался на утверждение Шарона, что обход сирийских сил в долине Бекаа вынудит их отступить, а не схлестнуться с Сахалом. Но все офицеры Сахал, видевшие этот план, понимали, что им придется воевать с сирийцами. Шарон объяснил Бегину и членам его кабинета, что расширение военных действий 40-километровой приграничной зоны вплоть до Бейрута и от столкновений с палестинцами до нападения на сирийцев было необходимо для защиты войск Сахала и предотвращения потерь. Иностранным журналистам, взявшим интервью у Бегина во время боевых действий, было трудно понять, был ли он лжецом или просто некомпетентным специалистом, поскольку не знал, что происходило на поле боя. После всех его опровержений, основанных на вводящих в заблуждение отчетах Шарона, человеком, который сообщил Бегину, что Цахал уже находится в Бейруте, оказался американский посредник Филипп Хабиб. Боевые действия постепенно расширялись. Вместо ограниченного сражения с палестинскими боевиками это превратилось в крупномасштабную войну, включавшую ожесточенные танковые бои против сирийцев, уничтожение сирийских ракет класса Земля-воздух в Ливане и ожесточенные бои в лагерях беженцев Сидона, а затем в лагерях Бейрута. Вступление Цахала, Западный Бейрут после двухмесячной осады города требовалось для оказания давления на Арафата с целью вывести его штабы боевиков из Ливана. Тем временем палестинское гражданское население западного Бейрута пострадало в результате сильных бомбардировок и перебоев с электро- и водоснабжением, пока ООП и сирийские вооруженные силы внутри города не согласились его эвакуировать в августе 1982 года. Докладывая об операции правительству, Шарон предполагал, что израильские потери составят несколько десятков человек, что полностью противоречило оценке, сделанной офицерами Цахала, мнение которых не было представлено правительству. К завершению эвакуации ООП из Бейрута в результате войны погибло около 500 израильтян. Это был первый вход Сахала в арабскую столицу, и он был осуществлен почти тайно, без обсуждения в правительстве. Это был первый раз, когда Сахал развязал войну не для предотвращения угрозы безопасности, а для установления нового политического порядка на Ближнем Востоке посредством неограниченного использования военной мощи Израиля. План Шарона состоял в том, что Башир Жмаель будет избран президентом Ливана под прикрытием израильских танков, а затем Ливан станет вторым арабским государством, подписавшим мирный договор с Израилем. Сирийцы будут вынуждены уйти из страны, а палестинцы должны будут массово эвакуироваться в Иорданию. Шарон мечтал о том, чтобы Иордания стала Палестиной, оставив весь западный берег реки Иордан в руках евреев. Бегин разделял эту мечту и, видимо, именно поэтому продолжал поддерживать Шарона. Несмотря на то, что его коллеги по кабинету выступали против использования Шароном неограниченной военной силы без одобрения правительства. Когда Бегин встретился с Баширом Жмаелем в Нагарии во время прекращения огня 1 сентября 1982 года, он осознал к своему огорчению, что Жмаель не собирается менять свои отношения с Израилем, с тайной интрижки на законный брак, как и не собирается ни заключать мир с Израилем, ни открыто сотрудничать с ним. Сирийцы заявили, что не намерены покидать Ливан. Когда 15 сентября 1982 года Башир Жмаель был убит, армия обороны Израиля вошла в западный Бейрут, чтобы предотвратить акты возмездия, но разрешила фалангистам войти в лагеря беженцев. Фалангисты отомстили за смерть Башира, резней в лагерях беженцев Сабра и Шатила. Были убиты сотни ни в чем не повинных палестинцев, хотя израильтяне не принимали непосредственного участия в резне. Тот факт, что они при ней присутствовали, возложил на них ответственность за безопасность жителей — но они никогда не взяли на себя эту ответственность. Резня вызвала резонанс в Израиле и во всем мире, а антивоенные протесты достигли новых высот, о чем будет сказано позже. После августа 1982 года у Цахала не было актуальной задачи в Ливане, но не удавалось найти способ вывода войск, который сохранял бы 40-километровую буферную зону на юге Ливана после отступления. Чем дольше армия обороны Израиля оставалась в Ливане, тем глубже она погружалась в то, что стали называть «ливанской трясиной». Войны между этническими и религиозными группами в Ливане не прекращались, как оккупационная армия Сахал вступил в тесный контакт с местным населением и вызывал враждебность среди различных групп. Когда армия обороны Израиля вторглась в Ливан, ее колонны были встречены радостной толпой, бросавшей в знак приветствия рис. Теперь войска превратились в легкую добычу для непрекращающегося снайперского огня и террористических атак. Война, которая должна была продлиться всего несколько дней, затянулась и привела к большим потерям. Хотя ООП покинула Бейрут и Южный Ливан, организация не была сломлена, и ее штаб-квартира, теперь находящаяся в Тунисе, продолжала оставаться политическим образованием, представляющим палестинцев, хотя сирийцам был нанесен тяжелый удар — они показали себя достойным противником Цахала, они не отступили и оставались ведущими игроками Ливанского театра. Война в Ливане, особенно бомбардировка Бейрута, вызвала широкий протест оппозиции в Израиле и во всем мире и растиражировала информацию о тяжелом положении палестинцев. После войны президент Рейган потребовал, чтобы Израиль ушел с западного берега и вернул его Иордании, вопрос, который раньше не интересовал его. Если Бегин и Шарон надеялись, что война усилит позиции Израиля на оккупированных территориях, то все вышло с точностью до наоборот. Проект мирного договора, согласованный Израилем с Амином Жмаелем, президентом Ливана, избранным в мае 1983 года, был сорван сирийцами. Проект явно не стоил той бумаги, на которой был написан. Стало очевидно, что стратегическая концепция Шарона никогда не была устойчивой. Как и в прошлом, Израиль мог выиграть войну, но был не способен навязать мир. В сентябре 1983 года Сахал начал постепенный уход из Ливана, и местные партизанские формирования наступали ему на пятки. Амаль, умеренное шиитское ополчение, которое было ослаблено во время войны, теперь сменилось радикальной Хезболла, целью которой было не только изгнать Сахал из Ливана, но и при поддержке Ирана бороться с Израилем до победного конца. Вывод Сахалла из Ливана продолжался до июня 1985 года, когда силы были развернуты вдоль международной границы, продолжая контролировать узкую буферную зону на ливанской стороне, где действовала подведомственная христианам армия Южного Ливана, помогавшая поддерживать безопасность вдоль границы. 670 израильских солдат были убиты во время войны, а в период с 1982 по 2000 годы, когда Цахал окончательно отошел к государственной границе, в Ливане было убито в общей сложности 1216 солдат. В Ливанской войне было убито около 18 тысяч арабов, из которых не менее 10 тысяч были сирийскими военнослужащими и палестинскими боевиками. Ливанская война сделалась переломным моментом в истории израильского общества. То была первая война, ведение которой не вызывало в обществе единодушного одобрения. На первом этапе боевых действий и общественность, и средства массовой информации полагали – что компания похожа на операцию Литани 1978 года, которая была начата в ответ на террористические акты совершенные на прибрежном шоссе Израиля, Армия обороны Израиля перешла границу с Ливаном, осуществила карательную акцию и вернулась в Израиль. На этот раз речь шла о возможном создании буферной зоны для предотвращения ракетных обстрелов катюшами северных населенных пунктов. Первоначально представленная публике операция имела почти безоговорочную поддержку. Как только выяснилось, что операция выходит за установленные рамки, поддержка среди военных и общества ослабла. Правых взбесила критика войны в СМИ. Они утверждали, что правительство в состоянии войны не должно подвергаться критике, так же как сдерживали самого Бегина, когда тот был в оппозиции. Знаменитая статья, опубликованная в то время, называлась Quiet, there is shooting. Тихо, здесь стреляют. Проблема заключалась в том, что до этого правительство Израиля Находились слева от оппозиции, которая была воинственной, всегда готовой поддержать военные операции, но не отступление. На этот раз Туфля оказалась на другой ноге. Правительство было справа от оппозиции и начало войну, не говоря честно и открыто оппозиции о своих целях, по мере того, как война продолжалась. Между армией и гражданским населением возникла взаимная обратная связь. Командир бронетанковой бригады полковник Эли Кева подал в отставку и отказался принимать участие в штурме Бейрута. Впервые в истории израильских войн старший офицер отказался подчиняться приказам. Действия Гевы отразили разочарование и беспокойство, охватившие армию. Войска чувствовали, что сражаются за цели, выходящие далеко за рамки того, что было необходимо для защиты Израиля. Солдаты с горечью отмечали. Люди определенно считают, что отдали жизни здоровье не ради защиты Израиля, а по чьей-то прихоти. Они также чувствовали, что СМИ манипулировали правительством. Общественности сообщалось вовсе не то, что они сами видели. Также и то, что публика видела на экранах своих телевизоров, дома и в международных средствах массовой информации, не соответствовало тому, что говорили командиры. Цахал ⁇ армия, набираемая из солдат резерва граждан которых призывают к присяге. Это означает, что подлинного различия между гражданской и военной реальностью не существует. Ощущение фальшивых отчетов сверху вниз от армии к гражданскому обществу и от гражданского руководства обратно к армии серьезно подорвало доверие в обоих направлениях. Растущее число жертв принесенных при выполнении задач, которые оказались сомнительными и неприемлемыми для широких слоев населения и даже для армии, вызвало протесты против такой операции, как вступление в западный Бейрут, которая, учитывая характер боевых действий в городе, повлекла бы за собой большие потери. Кроме того, безжалостность действий в Бейруте – и бомбардировки, приводящие к жертвам среди гражданского населения, вызвали гнев как рядовых военнослужащих, так и их офицеров, увидевших в этих действиях отказ от внутренних ценностей Армии обороны Израиля, принципа, так сказать, чистоты оружия и защиты человеческой жизни. Резня в Сабре и Шатиле подняла бурю возмущения среди израильской общественности, вероятность того, что Цахал даже косвенно несет ответственность, поскольку во время действий фалангистов в лагерях солдаты стояли в стороне и не вмешивались, подорвала моральный образ армии в глазах солдат и гражданских лиц. Подозревая, что в лагерях происходит резня, репортер радио Цахала, Рон Бен и Шай позвонил Шарону, чтобы сообщить ему о своих опасениях. Шарон ничего не сделал. Шокированный репортер отправил Бегину личное письмо. — Если вы не предпримете никаких шагов, находиться в стороне во время массовых убийств мирных жителей станет нормой для Цахала и государства Израиль. Ущерб морали и самооценки Цахала будет серьезным. Если солдаты Цахала и граждане Израиля поставят под сомнение правильность нашей позиции и моральную обоснованность наших действий, это подорвет их мотивацию. А мотивация ⁇ премьер-министр. Это стена стоящая между моими тремя дочерьми и миллионами арабов большинство из которых стремятся стереть нас с карты. Кудрявая голова одной из убитых девочек поразительно напоминала голову моей четырехлетней дочери Тамар. Невозможно представить, чтобы еврейский солдат или гражданское лицо не пошевелил бы и пальцем, когда убивают женщин, стариков и детей, независимо от того, кто они есть. Бегин не ответил на письмо Бен и Шая. Но буря продолжала расти. Старшие армейские офицеры потребовали, чтобы Шарон взял на себя ответственность как министр и ушел в отставку. Огромная демонстрация в Тель-Авиве, по оценкам газеты Хаарец, количество участников составляло 400 тысяч, хотя сторонники правительства утверждали, что их было всего 150 тысяч, потребовала создать комиссию по расследованию ответственности Израиля за массовое убийство. Не только левые, но и правые были шокированы и присоединились к демонстрации. В целом СМИ поддержали протест. Сначала Бегин ответил высокомерным замечанием. «Гои убивают гоев, а они обвиняют евреев», но перед лицом гнева внутри Израиля и растущего мирового резонанса он стиснул зубы и согласился создать Государственную комиссию по расследованию. После выборов 1981 года атмосфера в израильском обществе приобрела воинственный и агрессивный характер, с каждым днем становившийся все более экстремальным. Поселенцы возмущались тем, что правительство согласилось эвакуировать поселение из окрестностей Рафаха, правительство инициировало кампании по созданию поселений, чтобы продемонстрировать свою решимость в Иудее и Самарии. Эти кампании встретили сопротивление со стороны организации Peace Now. Шалом Ахшаф. Мир сейчас которая рассматривала поселение как главное препятствие на пути к миру, поскольку они делали невозможным любой разумный территориальный компромисс. Движению Peace Now удалось завербовать тысячи демонстрантов против поселений в Иудее и Самарии. Правые ответили взрывом ненависти, направленной против левых в целом, и против движения Peace Now, в частности, представляя их не только как предателей национального дела, но и сторонников ООП. Ливанская война расколола единство нации и усилила враждебность между правыми и левыми до беспрецедентного уровня. По мере того, как левые становились все более радикальными, появились экстремистские протестные организации – Одной из них была «Иесх Кфуль», что можно перевести как «Есть предел», «Существует граница» или «Достаточно хватит», призывавшая отказаться от военной службы в Ливане. Другая группа «Soldiers Against Silence» — «Солдаты против молчания» сообщала СМИ о вреде, причиненном арабскому гражданскому населению — как ни странно, именно умеренное движение Peace Now, члены которого, будучи патриотами, не хотели вызвать раскол в армии, отказавшись служить в Ливане, все же продолжали служить там, вызвало сильнейший огонь справа, вероятно, из-за его способности вербовать людей. Обвинения против него варьировались от государственной измены. До получения средств из Саудовской Аравии. В феврале 1983 года Комиссия Кахана, официально известная как Комиссия по расследованию событий в лагерях беженцев в Бейруте, опубликовала свой отчет. Она подвергла резкой критике премьер-министра и рекомендовала уволить Шарона с поста министра обороны начальник генштаба избежал наказания в связи с завершением срока службы на этой должности. однако Шарон не забирался уходить тихо. его популярность резко возросла. его сторонники призывали Бегина игнорировать рекомендации комиссии. тем временем движение Peace Now организовало демонстрацию, которая двинулась по улицам Иерусалима к правительственному кварталу. И потребовала отставки Шарона. Участники марша, многие из которых были солдатами, недавно вернувшимися из Ливана, прошли сквозь враждебную толпу, которая нападала и плевалась в них. Полиция попыталась прикрыть участников демонстрации, но противники демонстрации были слишком сильны. Один из них бросил гранату в колонну марширующих. Эмиль Гринсвейг. Офицер запаса, воевавший в Ливане, оказался убит, еще семь человек ранены. Это был первый случай, когда из-за политических убеждений еврей был убит другим евреем в государстве Израиль. Мрачный день для израильской демократии. Накал публичных дебатов в Израиле достиг невиданных высот. Если в прошлом Оба лагеря тщательно соблюдали красные линии, теперь они пересекали их. Левые демонстранты собрались возле дома Бегина, скандируя «Бегин убийца», держа в руках плакаты с указанием количества жертв, которое увеличивалось день ото дня. Демонстрации движения «Peace Now» и контрдемонстрации сторонников правительства накаляли обстановку в Израиле. Шарон ушел с поста министра обороны и был назначен министром без портфеля. А тем временем кровопролитие в Ливане продолжалось, и выхода из него, казалось, не было. Расстояние между Ливанским фронтом и фронтом домашним казалось большим, чем когда-либо. Один из солдат жаловался. «Ты вернулся!» ты до смерти хотел вернуться домой со множеством историй, которые можно рассказать, и с теми историями, о которых лучше бы умолчать. Пересечешь границу, и покажется, что война была на Фолклендах, и на этом ты заканчиваешься сам. Израиль в цвету. Все в цвету. Сразу после новостей о том, что происходит в Ливане, говорят о падении цен на акции из-за войны в Ливане и росте доллара. И до смерти хочется поговорить с людьми, которые, ты уверен, думаю, точно так же, как ты. Но тебе тут не с кем поговорить. Политические... Этнические, культурные и социальные разногласия в Израиле усилились во время второго правительства Бегина. Публичная борьба бушевала на нескольких уровнях. Политическая легитимность, историческая память и соответствующий образ будущего израильского общества. Одним из основных направлений борьбы стал статус кибуца. Кибуц был жемчужиной социального творчества, рабочего движения, он сочетал в себе идеи равенства, преданности обществу и вовлеченности в национальную миссию. В кибуце в почете были такие ценности, как физический труд, скромный образ жизни, сдержанность и умение обходиться малым. В израильском обществе не было другого сектора, чьи ценности так противоречили бы ценностям Бегина и той культуре, которую он представлял. Бегин осознавал, что если хочет изменить государственный нарратив, ему придется подорвать статус кибуца как самого важного творения сионизма. Он подвергал кибуцу смертоносной критике. Они жили за счет урожайности земли, и их богатство происходило из ресурсов, выделенных им левыми правительствами, ресурсов, которые отнимались у городов развития. Как в любом стереотипе здесь, было зерно истины, но не более. Кибуцы заработали свою относительную финансовую устойчивость непосильным трудом и в течение многих лет терпели тяжелые условия. Однако их пасторальный вид подчеркивал контраст между ними и городами развития и близлежащими маоборот, которые были заброшены жители которых явно чувствовали снисходительное отношение к ним, своим, казалось бы, скромным соседям. Поэтому слова премьер-министра попали в цель. После избирательной кампании 1981 года, в ходе которой члены кибуцев сплотились, чтобы помочь Альянсу, Бегин усилил нападки на них, и большинство мизрахии с энтузиазмом поддержали его» сознании правых, протесты левых против войны были переплетены с ролью кибуцев как оплота левой элиты. Тот факт, что количество членов кибуцев в составе боевых войск намного превышало их относительную долю в населении, не умалял обвинения против них. Осенью 1982 года, в разгар споров по поводу Ливанской войны в Израиле, писатель Амос Оз отправился в путешествие по стране, во время которого он столкнулся как со старым, так и с новым Израилем. В Бейт-Шемеше, городе развития, где Бегина принимали почти за святого, он наш отец, сказал один из жителей. Оз столкнулся с болью и оскорблениями, которые испытывали люди, пытавшиеся сохранить традиционную культуру, когда сталкивались с современным миром. Почему бы вам не спросить, кто научил детей, когда они еще находились в пересыльных лагерях, высмеивать своих родителей, глумиться над стариками, потешаться над их религией и их вождями? Прежде всего, почему бы вам не спросить, кто научил восточных евреев тому, что деньги ⁇ самое главное в жизни? Почему бы вам не спросить, кто изобрел воровство и мошенничество? Кто изобрел фондовый рынок? Но у Кибуца Цора есть свой имидж, а у Шемеша есть свой имидж. А в этом вина репортеров, всех этих грязных болтунов с телевидения и профессоров. Напротив, старожил Кибуца ответил на такие обвинения следующим образом. — Скажите им, чтобы они не верили агитаторам. У нас здесь нет золотых замков. Мы никого не обманываем. Им следует знать, что в целом при правительстве Бегина мы чувствуем себя более злыми и оскорбленными, чем даже они чувствовали себя при нашем правительстве. Почему они выставляют нас чудовищами, эксплуататорами, снисходительными, коррумпированными, предателями? Вы действительно думаете, что они верят тому, что Бегин вколачивает в их головы? старая элита чувствовала растущее отчуждение и враждебность по отношению к новому режиму. Правительство Альянса было в ярости из-за того, как его представляли по телевидению, но кроме жалоб не сделало ничего, чтобы ограничить свободу слова, чего нельзя сказать о правительстве Бегина. Сотрудники управления радиовещания и телевидения Израиля теперь работали под надзором правительства, чего не бывало в средствах массовой информации с 1950-х годов. Они ощущали себя осажденным меньшинством. Интеллектуалы, деятели, СМИ и писатели чувствовали, что так называемая «их страна» исчезает и сменяется страной, которая им больше не принадлежит. После так называемой «Войны на истощение» Эхуд Менор написал песню «I have no other country» «У меня нет другой страны», в которой были слова «Я не буду молчать, потому что моя страна изменила свое лицо». Я не перестану напоминать ей и стану петь ей в уши, пока она не откроет глаза. Эта песня была перевыпущена в 1980-х годах и воспринята как протест против войны в Ливане. Журналист Нахум Барнеа описал массовую скорбь во время похорон Игаля Алона в кибуце Геносар в 1980 году. «Я вижу неизбывную тоску по так называемому прекрасному Израилю сабров», а не по мистическому Израилю Бегина или Израилю Лавочника Эрлиха, по радио транслируется песня Рахиль и Наоми Шемер, Кинарет, Галилейское море, и глаза целого поколения наполняются слезами, и все это искренне и достоверно, но тревожно. Нехорошо, когда тридцатилетние и сорокалетние оплакивают страну, в которой живут. Они плачут не о кончине важной личности, а о себе, о том, что у них была страна, которая больше не принадлежит им. В 1984 году Амос Кейнан опубликовал сюрреалистический роман «The Road to Ain Harrod», «Дорога вейн Арод, описывающий Израиль в условиях диктаторского режима военной хунты, захватившей власть в стране и изгнавшей всех арабов, Герой пытается добраться до уцелевшего свободного Израиля в кибуце эйн Харод. Роман был выражением беспокойства левых после Ливанской войны. Роман Амоса Оза 1987 года «Блэк Бокс» — «Черный ящик» выразил литературное, поэтическое сожаление по поводу утраты старой культуры сабров, замененной растущим национализмом и религиозностью Мизрахи. В нем описывается любовный треугольник, в котором женщина разрывается между двумя мужчинами своим первым мужем, отважным военным и ученым, умирающим от рака, и вторым мужем, североафриканским евреем и учителем религии, получившим базовое иудейское образование, о чем свидетельствуют фрагменты стихов, из которых он строит свою речь. Первый муж, представляющий левых сионистов, постепенно исчезает в то время как второй, представляющий новый Израиль, необразованный и не приспособленный к местным условиям, остается воплощением жизненности. Именно он заявляет, что ему принадлежит прекрасная женщина, разрывающаяся между ними двумя. Она символизирует страну и израильский опыт. Роман — это и оплакивание исчезающего мира — и принятие новой реальности, соединенное с признанием того, что старые устои утратили жизнеспособность. Еще одно литературное произведение, оплакивающее утрату старого Израиля, это роман Меира Шалева 1988 года «The Blue Mountain» — «Голубая гора». Книга, в которой прослеживаются жизни нескольких поколений членов Машава Израильской долины, может быть истолкована как элегия о сионистской мечте, потеря которой подтверждается среди прочего тем фактом, что в конце концов люди пали в битвах, и весь идеализм угас. Мошав зарабатывая деньги, продавая участки евреям диаспоры, желающим быть похороненными на святой земле. Этот роман также заканчивается нотой принятия. Его главный герой, шокировавший весь Маршав своей распущенностью, находит настоящую любовь с девушкой из ультраортодоксальной семьи, пришедшей в маршаф, и с ее помощью он укореняется на земле. Но, несмотря на относительно оптимистичный финал романа, это печальная история о реальности, которой больше нет. В течение 1983 года Бегин потерял пыл и стойкость духа, которые требовались от премьер-министра. Он все больше замыкался в себе, не участвовал в заседаниях кабинета министров, не общался с коллегами и не делал никаких предложений. 28 августа 1983 года на еженедельном заседании Кабинета министров Бегин объявил о своем решении уйти в отставку. «Я больше не могу это выносить», — заявил он без дальнейших комментариев. Был ли он в состоянии депрессии из-за того, как развивались боевые действия в Ливане? Не сломило ли его дух количество жертв, о чем скандировали демонстранты у его дома, или, возможно, он просто устал нести бремя работы в правительстве. Бегин не дал никаких объяснений. То был конец эпохи. Глава 18. Упущенные годы. Меняющаяся израильская идентичность.

Партия получила на три места больше, чем Ликут, но снова не смогла сформировать правительство, поскольку Ликут могла набрать большинство в Кнессете. На выборах 1988 года между двумя основными партиями вновь возникла тупиковая ситуация. На протяжении 1980-х годов израильские избиратели отказывались предоставить какой-либо из партий исключительную власть. Больше не было партии, набиравшей большую часть голосов, составляющей основу правительственной коалиции. Учитывая результаты выборов, Хаафода и Ликут были вынуждены прийти к компромиссу и сформировать совместное правительство. С 1984 по 1990 годы Израиль возглавляли правительство национального единства, в состав которого входили две основные партии вместе с несколькими партиями-сателлитами. Мапам покинула альянс после создания первого правительства национального единства. Первое правительство национального единства, сформированное в 1984 году, пыталась создать политические условия, которые позволили бы ему вывести израильские войска из Ливана, смотрите предыдущую главу, и навести порядок в экономике Израиля. Проблемы израильской экономики начались в 1973 году. Тяжелое время поддержания безопасности, которое последовало за войной судного дня в сочетании с глобальным энергетическим кризисом, остановила экономический рост, ускорила инфляцию и увеличила государственный долг. Годы между 1975 и 1985 считаются так называемым потерянным десятилетием израильской экономики без какого-либо значительного роста. В 1984 году инфляция взлетела до 400% в год. Дефицит платежного баланса ухудшился, а резервы иностранной валюты Израиля сократились. Все меры, предпринятые различными министрами финансов, не смогли остановить рост цен и девальвацию валюты. Банки рекомендовали своим клиентам покупать банковские акции, и в 1983 году пузырь акций банков лопнул. Акции обесценились в одночасье и тысячи домохозяйств и предприятий остались без средств к существованию. Несмотря на тенденцию к либерализации и рыночной экономике, что означало сокращение участия государства в экономике, правительство было вынуждено вмешаться, чтобы предотвратить крах и фактически национализировало банки в 1985 году. Правительство во главе с Шимоном Переросом приняло чрезвычайный план стабилизации экономики, государственные расходы были сокращены, сотрудники уволены, субсидии отменены, обменный курс и заработная плата заморожены, и был введен надзор за ценами на продукты и многочисленные услуги. Привязка заработной платы к индексу стоимости жизни была временно заморожена, реальная величина заработной платы упала. Кроме того, поправка к закону о Банке Израиля запрещала банку предоставлять кредитные линии правительству, то есть печатать деньги. Впервые закон о договоренностях, также известный как закон об экономической политике, стал частью основного закона о государственной экономике, что позволило ускорить принятие нормативных актов и реформ в широких рамках плана стабильности. Эта комбинация мер стабилизировала валюту. К концу года уровень инфляции упал до 30% и продолжил снижаться. Администрация США поддержала эти радикальные меры специальным грантом, направленным на смягчение проблемы платежного баланса. Общество на это отреагировало пониманием и сдержанностью, что привело к небольшому снижению уровня жизни. Было ощущение, что должны произойти фундаментальные изменения, чтобы избежать экономического коллапса. С этого времени экономика начала восстанавливаться, и экономический рост возобновился. В рамках возобновления роста правительство усилило содействие либерализации и рыночной экономике. Создание легких условий для вложения частного капитала в экономику и начало интеграции в мировую экономику создали возможности, которые сформировали основу для возобновления роста. Хеврат, Хауфдим, экономическое подразделение Хистадрут не смогло приспособиться к данным экономическим и политическим изменениям. Со времени обретения государственности Хистадрут проводила расширяющуюся экономическую политику, включавшую обеспечение полной занятости и относительно высокой заработной платы, особенно в периферийных районах страны, и недопущение увольнения рабочих. Экономическое руководство Хистадрут исходило из того, что оно выполняет национальную миссию и что его экономические возможности второстепенны по отношению к социальным задачам. Такое мировоззрение было удобным до 1977 года, пока государство спасало обанкротившиеся предприятие «Хистодрут», но это не сработало в экономике, управляемой правительством несочувствующим экономике Хистодрут, которая декларировала намерение ввести либерализацию и капиталистическую экономику, основанную на прибылях и убытках, эффективности управления и конкурентоспособности. Проблема заключалась в том, что после правого поворота руководители экономики Хистодрут опасались конфронтации с рабочими, большинство из которых были сторонниками Ликут, и, исходя из этих политических соображений, они не принимали необходимых мер по повышению эффективности на своих заводах. В результате экономика Хистадрут взяла на себя обязательства, которые не могла выполнить. Вместо того, чтобы закрывать обанкротившиеся предприятия, снижать там, где необходимо заработную плату, и увольнять рабочих, Руководство «Хистодрут» переводило прибыль со счетов своих успешных предприятий на счета обанкротившихся и прибегало к финансовым манипуляциям, скрывавшим размер реального дефицита. Пока инфляция была на пике, руководству удавалось лавировать, но как только экономика стабилизировалась, разразился экономический кризис «Хистодрут». В рамках реформ, жизненно важных для стимулирования роста – Правительство стремилось сократить масштабы государственного сектора экономики. Оно не оказывало помощи предприятиям «Хистодрут», поскольку хотело ограничить «Хистодрут» ролью профсоюза и аннулировать его уникальный статус представителя рабочих и крупного работодателя, восходящий к периоду Ишуа. В конце 1980-х годов Хистодрут была вынуждена продать многие из своих предприятий и сократить присутствие в экономике. Аналогичные процессы протекали и в сельскохозяйственных коммунах. Многие кибуцы, взявшие суды в период инфляции, не могли выполнить своих обязательств. Все кибуцное движение оказалось на грани краха. В 1990-х годах, надеясь повысить свою эффективность и приспособиться к духу времени, многие кибуцы приступили к процессу приватизации, разделив общую собственность и отменив принцип равенства внутри кибуца. Отныне доходы и расходы были личными, а не коллективными. Тем не менее, приватизированные кибуцы продолжали поддерживать систему социальной защиты своих членов. Коллективизм исчез более чем в половине кибуцев, и фактически они превратились в общинное поселение. Движение мошавов тоже пережило кризис, и многие мошавы оказались на грани банкротства. Экономический коллапс, последовавший за политическим провалом рабочих сионистов, еще больше усугубил чувство отчаяния и потери курса израильскими левыми. В конкуренции между плановой и управляемой экономикой и свободным рынком распад СССР в конце десятилетия придал упадку социалистической перспективы универсальность. На выборах 1981 года появилась этническая партия Мизрахи, представляющая в основном евреев марокканского происхождения, Тами, аббревиатура от Туат Мазарет, движение за наследие Израиля, с начала истории государственности этнические партии пытались прорваться на израильскую политическую арену, кое-где этнические списки сумели получить представительство в Кнессете, но до 1981 года ни одной этнической партии не удавалось добиться реального политического влияния. Этническая принадлежность считалась противоречащей национальному этусу, поскольку сохраняла разделение евреев по странам исхода. Сионизм стремился объединить людей из различных диаспор. Единое целое с коллективной идентичностью, выраженной в национальной культуре, символах, ритуалах и общем этосе. Он рассматривал этническую принадлежность как пережиток прошлого диаспоры, контрпродуктивный для задачи построения нации в Израиле. Основная идея заключалась в том, чтобы создать плавильный котел собрать все еврейские диаспоры под одной культурной крышей и заставить их принять принцип прогресса, нерелигиозное национальное мировоззрение, иврит в качестве языка и новую культуру. Все евреи из диаспор были призваны избавиться от черт своей прежней культуры и объединиться под знаменем государства и его символов. Этнический раскол был очевиден еще в 1950-х годах. Так называемый «Второй Израиль», беспорядки в вади алибе так называемые «Черные пантеры», периодические дебаты по этому поводу в средствах массовой информации и государственных учреждениях. Но можно было надеяться, что это временные трудности, которые рано или поздно исчезнут, Постоянное увеличение числа смешанных браков между ашкеназами, общинами европейского происхождения, с годами евреи из Болгарии и Греции, которые по происхождению были сефардами, стали считаться ашкеназами, потому что приняли европейскую культуру и мизрахим, общины происходящие из исламских стран рассматривалось так называемым «первым Израилем» как доказательство того, что этнический разрыв сокращается. В свою очередь, образ этнической интеграции был принят в доказательство того, что в Израиле формируется единая нация и этнический раскол ослабевает. Одним из факторов прихода к власти Ликут в 1977 году – было возмущение так называемого Второго Израиля по отношению к ветеранам Ашкеназам. При этом выбор партии Ликут со стороны Мизрахи может быть истолкован как принятие национального принципа в качестве доминирующего, поскольку Ликут — общенациональная партия, а не этническая. Но фактическая легитимность, данная Бегиным этническому расколу, во время избирательной кампании 1981 года, в которой он обвинил Альянс в оскорблении и дискриминации общин Мизрахи, нарушила табу в израильской политике. Заявления на этнической почве больше не считались антиизраильскими. Прорыв Тами в Кнессет, как этнической партии, ознаменовал смену правил игры. Тот факт, что Тами выиграла три места за счет НРП, был выражением дискриминации, которую испытывали мизрахи в НРП. Это доказало, что этнический раскол существует и даже усиливается. В отличие от так называемых черных пантер, которые использовали социально-экономические лозунги и не стеснялись прибегать к насилию, лозунг Тами был ⁇ Встань во весь рост ⁇ эта фраза представляла не только социально-экономическую, но и культурную повестку дня. Восстановление потерянной чести и культурного наследия Мизрахи. Но Тами продержалась недолго. Организационные и личные проблемы среди его руководства привели к распуску и поглощению его партии Ликут. В 1984 году место этнической партии Израиля заняла СХАС. Сокращение от Хитадрут Хазе Фарадим Ха Оламит Схомерей Торах Всемирная Сефардская Ассоциация Хранителей Торы СХАС была сформирована как коалиция городских раввинов, руководство Равината, глав и ешив, и раввинов из движения покаяния Мизрахи под руководством раби Овадии Йосефа, который был главным сефарским раввином Израиля с 1973 по 1983 годы. Это была ультраортодоксальная партия Мизрахи, развивавшаяся под эгидой так называемого «литовского потока» Израиль во главе с раби Элиазером Шахом, но она быстро приобрела собственный характер и больше не нуждалась в покровительстве той партии Ашкенази, которая дискриминировала Мизрахи, запятнав их честь и лишив жалования. Схас стоит на перекрестке трех дорог, разделяющих израильское общество — религиозной, этнической и экономической, утверждает исследователь Авиезер Равицкий, но в основе всех их лежат также основные факторы – идентичность и лояльность, мировоззрение и верование, традиции и образ мышления, а также глубокие противоречия между разнообразием и единообразием, обычаем и книгой, еврейским законом и кабалой, автономией общины и галахическим авторитетом, сионистами-ветеранами и так называемыми богачами против студентов и и людей, окрепших в своей вере. Хотя многие израильтяне склонны рассматривать Схас через политическую призму как движение, использующее свою избирательную силу для получения преимуществ ультраортодоксальным сектором Мизрахи, при более пристальном рассмотрении партия понимается как часть движения религиозного пробуждения и обновления, черпающего силу извлечения масс Мизрахи, особенно марокканского происхождения, к народным религиозным традициям. Многие избиратели СХАС не являются ультраортодоксами, однако все руководство СХАС ультраортодоксально, хотя их ортодоксальность отличается от ортодоксальности Ашкенази. Многие ультраортодоксальные мизрахи служат в армии и видят себя настоящими сионистами. Они считают, что нерелигиозные евреи отклонились от пути истинного сионизма и должны быть возвращены в лона иудейской религии, что для них тождественно еврейской национальности. В целом многие избиратели СХАС сочетают этническую принадлежность, религиозность и национализм с низким социально-экономическим положением и уровнем образования. Нисим Леон, исследователь ультраортодоксальных Мизрахи, считает, что Схас представляет собой конкретную модель того, как евреи Мизрахи относятся к современности. В отличие от процессов модернизации в Европе, которые включали в себя раскол между религией и жизнью, модернизация, принесенная на Ближний Восток и в Северную Африку европейскими колониальными державами Франции или Великобритании, привела к тому, что заповеди стали меньше соблюдаться, а не к потере веры или формированию альтернативной религиозной системы, как это сделали консерваторы и реформисты на Западе, религия оставалась основным показателем еврейской идентичности, и традиции строго сохранялись. Сионизм в этих странах объединил свои силы с религией в борьбе против секуляризации и ассимиляции, поощряемой колониальным правительством. Напротив, сионистское государство Израиль было проводником секуляризации, стремясь превратить национализм, в отличие от религии, в основу идентичности. В первом и даже втором поколении после иммиграции Мизрахи были склонны к умеренно традиционной религиозной позиции, соблюдение традиций своих предков, посещение соседней синагоги, время от времени изучение главы Талмуда — и почитание своих родителей, но без фанатизма. Поездки в субботу, посещение футбольных матчей, посещение государственной религиозной школы, ношение западной одежды и служба в армии — все это считалось приемлемым. Уклон к ультраортодоксии проявился между вторым и третьим поколениями после эмиграции, после того, как ушло первое поколение. Эта тенденция была вызвана как внутренними, так и внешними факторами. Сразу после Второй мировой войны ультраортодоксальная Агудат Израиль активизировалась в еврейских общинах Северной Африки, стремясь пополнить численность после гибели миллионов верующих ашкенази в Холокосте. У сионистской деятельности там были схожие мотивы. В то же время в Палестине – среди Мизрахи появились ультраортодоксы по инициативе Иешивы Порат Йосеф в Иерусалиме, основанной в начале мандатного периода, выпускники так называемых литовских ультраортодоксальных Иешив и Иешивы Порат Йосеф составили руководящее и образовательное ядро, которое в итоге привело к созданию СХАС. Бывший ученик Пород Йосеф Рави овадия Йосеф, выдающийся равинский авторитет с большим влиянием в современных общинах Мизрахи, придал движению престиж и религиозный авторитет. Таким образом, Схас выросла как религиозное движение, стремящееся обуздать процессы модернизации и отход от традиций, навязываемых Мизрахи израильской действительностью. Отдельное ультраортодоксальное движение мизрахи было создано под влиянием нескольких факторов. Во-первых, по мере того как ультраортодоксальные общины ашкеназии восстанавливались после Холокоста, демографически росли и укрепляли уверенность в себе, контраст между ультраортодоксальными Ашкенасами и мизрахи стал более явным. Мизрахи могли получить все меньше и меньше мест в ведущих так называемых литовских ешивах, и дискриминация в отношении их усилилась в таких областях, как заключение браков — они считались подходящими только для кандидатов с физическими дефектами — школы и назначение в качестве религиозных судей и глав ешив. Они также были ограничены второстепенным положением в руководстве ультраортодоксов. Хотя Мизрахии представили Агудат Израиль, голоса своих избирателей, они ничего не получили взамен. Во-вторых, Равин Авадия Йосеф, выходец из иракской семьи, разработал концепцию восстановления иудаизма Мизрахи в его былой славе в форме требования, чтобы в Израиле преобладала версия религиозных законов, составленная раввином Иосифом Каро, написавшим «Схульхан Арукх» — «Авторитетный свод иудейских законов». Эта концепция воплощала утверждение, что сефардская версия Галахи — а также ее форма молитвы, превосходила ашкеназскую версию, которую в 1950-х -1960 и 1960-х годах раввины Мизрахи имели тенденцию принимать как универсальную. Концепция Авадии также требовала, чтобы отличающиеся между собой версии, используемые иммигрантами из различных восточных диаспор, иракской, египетской, сирийской, марокканской и тунисской, были отменены в пользу единой объединяющей версии сефардов Мизрахи. Таким образом, утверждение Равина Овадии включало конфронтацию не только с ашкеназской стороной религиозной ограды, но и с Мизрахи, которые соблюдали эти разнообразные местные традиции. Харизматическая сила равина Авадии, его авторитет и известность, его высокое положение в качестве главного равина, а также многочисленные активисты, которые считали его высшим религиозным авторитетом блока Мизрахи, все это сделало его бесспорным лидером Схас. В-третьих, Схас удовлетворяла потребности большой группы Мизрахи, искавших религиозного опыта, мистического трепета, духовного подъема. Тнуат Хатес Хафа — движение покаяния, сформированное под эгидой Схас, стало широким народным движением, которое импонировало новому поколению раввинов, сила которых заключалась не в религиозной учености, а в обновлении синагоги, как социального центра с традиционными религиозными особенностями и общественной деятельностью. Равины Тунат Хатес Хуфа, организовавшие духовное пробуждение и укрепляющие мероприятия для тысяч человек, обращались в основном к чувствам и религиозному воображению людей. Они продвигали популярное религиозное верование – которые включали в себя мистические элементы, предположительно связанные с традициями, но на самом деле являвшиеся современным израильским изобретением, неизвестным в их родных странах, в отличие от галахической науки и модернизма. Эти раввины выразили враждебность своей аудитории к вульгарному секуляризму израильского общества, к высокомерию израильской элиты по отношению к ним –

На пике своего развития оно получило больше мест, чем две другие религиозные партии Агудат Израиль и НРП, вместе взятые. Отношение с ХАС к сионистскому государству было более умеренным и предусмотрительным, чем у ультраортодоксальных литваков. Оно предпочло вступать в правительственные коалиции даже в правительствах, возглавляемых левыми оно также поддержало главный равинат израильское государственное учреждение, которое Агудат Израиль отвергало. Благожелательное отношение с Хас к государству отражало относительно умеренное политическое отношение широкого круга избирателей за пределами ультраортодоксального жесткого ядра, не являвшихся строго соблюдающими и чье мировоззрение было националистическим, а также способность СХАС использовать свое центристское положение между двумя основными партиями с целью получения экономических и политических выгод для своих сторонников. В отличие от Агудат Израиль, которая вела себя как секта, стремящаяся защитить свою закрытую территорию, СХАС поставила перед собой серьезные миссионерские цели, стремясь по крайней мере, теоретически, превратить израильское общество в целом в ультраортодоксальное по своему собственному образцу. Его участие в правительствах было направлено на создание рычагов для вовлечения в дела не только своих последователей, но и израильского общества в целом, поскольку партия стремилась навязать свою позицию по таким вопросам, как ⁇ Кто такой еврей ⁇,⁇ Принятие иудаизма не евреями ⁇ соблюдение субботы в общественных местах и так далее. Ослабление израильского государства, всеобщего благосостояния, последовавшее за либерализацией и переходом к свободной рыночной экономике, дало СХАС возможность расширить свое влияние. Оно создало сеть школ, детских садов, а также благотворительных и социальных учреждений которые финансировались из государственного бюджета, но работали в духе СХАС, чтобы повысить религиозность широких слоев населения, составлявших базу его избирателей. Заняв нишу, возникшую в результате отступления израильского этатизма, СХАС удалось завербовать последователей, далеко выходивших за рамки ультраортодоксальных мизрахий. Девиз равина Авади Иосифа о возрождении иудаизма Мизрахи до его былой славы включал предоставление приоритета религиозному суждению равина Иосифа Каро, воплощенному в Сульхан Архук. Но широкая публика воспринимала это в гораздо более широком контексте как требование восстановить особое поведение традиции и культуру иммигрантов из исламских стран. Этот ответ был выражением страха, испытываемого многочисленными мизрахи, чьи воспоминания о доме и детстве были отвергнуты светским Израилем, сионистско-религиозной НРП и ультраортодоксальной Агудат Израиль. Терпимые, свободные рамки традиционной религиозности, которые ультраортодоксам было трудно принять, послужили основой широкой миссионерской кампании пробуждения, направленной на то, чтобы приблизить Хас к митатским людям в отдаленных районах страны, возвращавшимся в религию через движение покаяния с Хас. Возник новый вид народной религии, пропагандируемый ее проповедниками, популярными каббалистами, которые, казалось бы, в рамках галахической полемики призывали вернуться к галахическому учению, но на самом деле проповедовали простую, ничем не приукрашенную религиозную веру. Широкие народные слои верующих, которые не могли найти себе место в ультраортодоксальных иешивах, а также не были склонны принимать ультраортодоксальный образ жизни, были захвачены волнами так называемого движения покаяния. Его проповедники обращались к массам, либо на мероприятиях, куда приходили тысячи людей, либо через видеокассеты со своими посланиями. Вместе со своим религиозным посланием они проповедовали недоверие к правовой системе и современной науке, насмехались над левыми, ветеранами, нерелигиозными элитами Ашкеназии, нападали на СМИ, представлявшие позиции старых элит, полностью отвергали все, что было связано со старым Израилем, культура движения покаяния предоставила сторонникам Схаз их собственный нарратив, интерпретацию их собственной реальности, Симбиоз между политической системой СХАС, получившей государственное финансирование для своих приверженцев, и движением покаяния, которое набирало массы избирателей, был источником избирательной силы СХАС. СХАС представляла собой новую политику идентичности, которая впервые появилась в израильском обществе в 1977 году. Исследователи неомарксисты рассматривают разделение на экономические классы в качестве главного источника силы СХАС. Но для участников движения движущей силой стала прежде всего религия, подпитываемая этнической принадлежностью, основание схаз и его превращение в третью по величине партию Израиля к концу XX века было выражением ослабления израильской идентичности, сформированной этатизмом и плавильным котлом 1950-х годов, и появление мультикультурного общества. В этом обществе идет борьба между различными группами, которые соревнуются за формирование культурной и политической повестки дня государства. В 80-е годы казалось, что в центре этой борьбы находятся нерелигиозные и религиозные группы израильского общества. Отсутствие единой ведущей партии и тупиковая ситуация между двумя основными национальными партиями оставляли место для партий с особыми интересами, таких как религиозные партии. На экономической арене велась борьба за то, как нарезать национальный пирог нерелигиозная общественность рассматривала усилия ультраортодоксов, в том числе СХАС, по увеличению бюджетных ассигнований для собственных нужд, как набеги на государственный кошелек в угоду тем слоям населения, которые требуют прав, не выполняя свои обязанности перед государством. Светско-религиозный раскол все чаще проявлялся в каждом вопросе, касающемся поселений в иудеи самарии и секторе газа за эти годы мессианские наклонности поселенцев пережили взлеты и падения в то время как ядро совета еша еврейское сокращение от иудеи самарии и газы оставалось верным понятию этотизма и продолжало считать государство израиль самым важным инструментом возрождения на окраинах появлялись признаки того, что авторитет Совета слабеет. Изначально Гусх Эмуним было внепарламентским движением, деятельность которого отклонялась от устоявшейся партийной политики, и оно считало оправданным навязывать свою собственную повестку дня политической системе посредством массового давления и нарушения закона. Семена проблем, прорастающих из-за отказа принять правила большинства, были присущи идеологии Гусх Эмуним, полагавшего, что выполняет национально-религиозную миссию, важность которой наделяла его правом действовать в обход израильской демократии. С конца 1970-х годов стала действовать подпольная группа поселенцев. Все началось с мессианского плана возрождения еврейского народа путем взрыва мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В мандатный период возникла борьба между евреями и мусульманами за право собственности на священную для обеих религий территорию Храмовой горы. После оккупации западного берега Израиль присвоил себе стену плача, эвакуировал жителей квартала Муграби, Чьи дома находились в соседних переулках и расчистил у стены просторную площадь, где на еврейские праздники собираются тысячи людей. Моше Даян оставил территорию храмовой горы под управлением мусульманского вакт религиозного владения. С годами религиозное влияние на территорию стены плача увеличилось, первоначально являвшаяся национально-религиозным символом она превратилась в своего рода синагогу, где мужчины и женщины разделены, а раввин стены плача обеспечивает соблюдение религиозных обрядов. По мере того, как территория стены становилась все более ортодоксальной, ее статус национального символа уменьшался. Писатель Игошуа А.Б. выявил контраст между горой, горой Герцля светским израильским национальным пантеоном, военным кладбищем и местом упокоения сионистских мыслителей, таких как Герц и Жаботинский, а также премьер-министров и президентов, и стеной, средоточием альтернативной еврейской идентичности, основанной на иудаизме. Это контраст не только между религией и секуляризмом, традициями и современностью но и между использованием прошлого для формирования повестки дня в настоящем и взаимодействием с будущим. Гора представляет Израиль, который стремится стать частью семьи народов, тогда как стена символизирует еврейский партикуляризм, возвращение к изоляции гетто. Принимая во внимание энтузиазм, охвативший всю страну, когда все услышали возглас полковника Мордыхая Гура «Храмовая гора в наших руках» в 1967 году, то расстояние, которое отделяло от стены светский и интеллектуальный Израиль, символизировало его разочарование по поводу уменьшающейся вероятности мира – реальности оккупации и роста религиозных сил в израильском еврейском обществе, мощь которых было трудно переоценить. Существование национально-религиозной группы молодых людей, которые рассматривали взрыв мечети Аль-Акса как искоренение мерзости, призрачную мессианскую миссию, которая приблизит возрождение – может быть истолковано как символ разрыва между религиозными и нерелигиозными евреями в сионистском лагере. Это также показатель мессианской тенденции в этих экстремистских группах, которые откинули сионизм как политическое движение, прочно укоренившееся в реальном мире, и превратили его в движение, сосредоточенное на реализации божественного плана. В 1982 году Израиль покинул Емит в соответствии с мирным договором с Египтом. Для провидцев возрождения это был конец их мира. Эвакуация служила доказательством того, что искупление отступает, и что так называемый конец света еще не на пороге, Поэтому они отказались от подготовки храмовой горы к восстановлению храма, что было следующим шагом в их плане. Планы взрыва мечетей на храмовой горе не осуществились, но они взрастили группу, так сказать, преданных, для которых идея использования силы для продвижения еврейского правления на оккупированных территориях имела смысл. Начиная с конца 1970-х годов, эта группа участвовала в так называемых акциях возмездия. Виновные так и не были пойманы. Эти поселенцы считали, что Национальный руководящий комитет арабских мэров Иудеи и Самарии несет ответственность за организацию сопротивления и террористическую деятельность против них и израильских властей. В 1980 году, после нападения на поселенцев в Хевроне, в результате которого несколько человек было убито и ранено, несколько членов группы решили в отместку убить арабских градоначальников. Акция была хорошо спланирована, в ней участвовали десятки людей, большинство из которых не знали, в чем именно они участвовали. Два мэра лишились ног — а сапер Цахала, попытавшийся обезвредить взрывное устройство, предназначенное для третьего мэра, потерял зрение. Ответное нападение стали повторяющимся явлением. После убийства студента Иешивы в Хевроне были обстреляны студенты Исламского колледжа Хеврона, в результате чего многие оказались убиты и ранены. Сначала израильские власти не задействовали службу общей безопасности Шабак против так называемого еврейского подполья, как окрестили убийц израильские СМИ. Но после инцидента в исламском колледже Бегин приказал Шабаку найти убийц. В 1984 году Шабак раскрыл так называемый подпольный заговор с целью взорвать пять автобусов и их пассажиров и вовремя арестовал преступников, их признали виновными и приговорили к лишению свободы. Эскалация деятельности так называемого подполья, от нападения на мэров, которые считались ответственными за террористические акты, до нападения на ни в чем не повинных студентов колледжа с антиеврейскими исламскими взглядами и попытки нападения на мирных пассажиров автобусов, отрезвляла. После этих событий члены Совета Еши провели анализ ситуации, выявивший скрытое течение. Большинство выступало против действий так называемого подполья, которые считались контрпродуктивными для попыток поселенцев сосуществовать с палестинцами, не отказываясь от права евреев селиться в Иудее и Самарии, но остальные приветствовали действия подполья они нашли поддержку в лице равина Меира Кахане, эмигрировавшего в Израиль из США в 1971 году и избранного в Кнессет в 1984 году по списку, поддерживавшему радикальную и религиозную идеологию и террористические акты против арабов. Рост религиозной воинственности – проявился и в смене национально-религиозной идеологии. Если при левом правительстве религиозные партии довольствовались тем, что отстаивали по существу иудейские вопросы, такие как религиозный брак, кто такой еврей, соблюдение субботы и кашрута в общественных местах, то теперь они настаивали на том, чтобы стать центральными партнерами в формировании национальной культуры. Они заявляли, что им надоело быть инспекторами кашрута в вагоне сионистского поезда. Теперь они хотели сами управлять поездом. Министерство образования, которое всегда находилось в руках министра от Хаафода, теперь стало прерогативой национально-религиозных министров. На практике это относительно мало повлияло на светские учебные программы, но символически имело кардинальное значение. Секуляристы видели в усилении доминирования религиозных партий в Министерстве образования реальную угрозу светскому характеру государственного строя. Среди религиозных сионистов, особенно поселенцев, наметилась тенденция к более строгому соблюдению еврейских религиозных законов, голые ноги, короткие рукава и совместная деятельность юношей и девушек в национально-религиозном молодежном движении Бнай Акифа постепенно исчезли. Песня «Ани Маамин» «Я верую» исполнялась наряду с национальным гимном на военных церемониях в религиозных частях Цахала, а иногда пели только религиозные песни. Иногда певицам приходилось отменять выступление перед аудиторией религиозных солдат, исходя из галахического принципа «Кольбе исха эрфа». Женский голос есть обнажение. Большинство руководителей сионистских из хифат хездер, которые, как уже отмечалось, сочетают углубленное изучение Талмуда с военной службой, происходили из ультраортодоксов и оказывали влияние на учеников, заставляя их более строго соблюдать религиозные обряды. В некоторых религиозно-сионистских кругах был призыв соблюдать даат Торах, мнение Торы то есть приказы раввинов в мирских вопросах, таких как эвакуация поселений. Таким образом, стиралось разделение, существовавшее в религиозном сионизме с 1920-х годов, между сакральным, являвшимся областью раввинов, и мирским областью светских лидеров, то есть политиков. Проникновение ультраортодоксальных направлений в религиозный сионизм усилило контраст между религиозными и нерелигиозными евреями. На публичном уровне велись дебаты о, так сказать, полной тележке еврейской культуры. Равин Шах самый выдающийся так называемый литовский равинский авторитет, заявил, что у соблюдающих заповеди есть полная тележка, а тележка светских евреев пуста. Это утверждение бросило вызов светской, еврейской и всей израильской культуре, созданной в предыдущем столетии. Нерелигиозная общественность почувствовала угрозу со стороны растущей воинственности и агрессивности религиозного сектора. Равновесие между правыми и левыми уменьшало власть политической системы, поскольку стороны нейтрализовали друг друга, в то же время, когда внепарламентская активность усилилась благодаря деятельности ГУСХ ЭМУНИМ и поселенцев ПИСНАУ и спонсируемого СХАС движения покаяния, возникли два параллельных явления. Люди были склонны отказываться от публичной сферы и оставаться дома. Это было выражением общественного разочарования в политической деятельности и невозможности влиять на политические процессы в стране. Это было также следствием усиления влияния телевидения, превратившегося в израильский так называемый племенной костер. До 1990-х годов на израильском телевидении было только два или три канала. Просмотр телевидения создал своего рода воображаемое сообщество, состоявшее из большей части израильской общественности. Кондиционирование воздуха, которое с повышением уровня жизни стало обычным явлением в Израиле, сделало митинги и собрания на открытом воздухе гораздо менее привлекательными, чем раньше. Тем временем радикальные группы как слева, так и справа привлекали своих приверженцев на акции уличных театров. Телевидение переносило каждое животрепещущее событие с улицы в дома людей. Внепарламентские и другие экстраординарные события приобрели непропорционально большое значение, и средства массовой информации, освещающие их, укрепили мнение общественности о том, что руководство потеряло контроль, было слабым, не заслуживающим доверия. Вакуум, созданный уменьшением власти политической системы, был заполнен судебной системой, усиление которой впервые стало очевидным в 1970-х годах. Ряд вопросов решало не правительство, а суд. Яркими примерами становятся государственные комиссии по расследованию, Комиссия Аграната после войны судного дня и комиссия Кахана после резни в Сабре и Шатиле, решения которых были обязательными для правительств из-за общественного давления, Верховный суд стал местом обращения граждан с жалобами на произвол властей не только в отношении прав человека, как в 1950-е годы, но и в вопросах культуры и политики. Именно Верховный суд постановил разрешить телетрансляции в канун субботы, а поселение Элон-Море было объявлено им незаконным и подлежало эвакуации. В течение 1980-х годов Верховный суд прекратил автоматически утверждать жалобы на Цахал и Шабак в отношении административных задержаний и экспроприации земель на оккупированных территориях, арабам, проживающим на территориях, хотя они не были гражданами Израиля, было предоставлено право подавать петиции в Верховный суд. Такие институты, как Цахал, Полиция и Шабак, потеряли право на организационную автономию и защиту от судебных исков. Одним из поворотных моментов положивших начало новой эре судебного господства, стало дело с автобусом номер 300 1986 года. Все началось с того, что террористы предприняли неудачную попытку угнать автобус. По словам представителя Цахала, террористы были убиты. Однако прибывшие на место журналисты сообщили, что видели, как сотрудники сил безопасности уводили двух террористов. Позже выяснилось, что они были допрошены, а затем убиты следователями Шабака. Шабак пыталась скрыть свою причастность. Показания оперативников в суде оказались ложными, что подорвало доверие судей к отчетам Шабака. Когда дело было раскрыто, премьер-министр Ицхак Шамир – его заместитель Шимон Перес и министр обороны Рабин не согласились с тем, чтобы оперативники Шабака предстали перед судом, как того требовал генеральный прокурор. В результате генеральный прокурор был вынужден уйти в отставку. Его преемник согласился на сделку с признанием вины, в результате которой президент государства помилует обвиняемых до того, как они предстанут перед судом. Тогда в последний раз израильское правительство смогло отправить в отставку генерального прокурора. Эта конкретная борьба между судебной и политической системами закончилась мнимой победой правительства, но на самом деле данный случай подчеркнул тот факт, что государственные органы подчиняются закону, а также наличие примата судебной системы над политической. С тех пор судебная система не принимает показания Цахала, Шабака и полиции как должное, и эти организации не освобождаются от судебного надзора.